Читая вам ныне Евангелие, слышали мы, что Господь исцелил расслабленного не прежде, как отпустил ему грехи его. «Чадо», — сказал он расслабленному, — «отпускаются тебе грехи твои». И затем говорит: «Встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Марка 2 глава. Этим Господь показал нам, что грехи служат причиной болезни. Почему нужно прежде удалить причину, тогда исчезнет и гибельное действие их на человека. Но болезни телесные суть одно только следствие грехов. Чтобы видеть, какие гибельные действия производит грех на всю природу человека, нужно знать, что такое грех. Итак, что такое грех? Это, во-первых, нравственный яд, духовная трава, которая производит тоже в нашей душе, а потом и в теле, что производит в теле обыкновенный яд. Когда поглощен яд, то в теле происходит необыкновенное волнение крови, жестокая горячка, судорожное изнеможение и смерть. Подобное происходит в душе, когда проникает в нее духовный яд, греховный помысел. В ней возникает такое страшное волнение мыслей и чувств, желаний и стремлений, что весь дух горит, как бы в огне, кружится, как в вихре, доколе страстные влечения сердца не заглушат, наконец, глаза совести, не низвергнут душу в пропасть греха. Душа, отпавшая от Бога, лишается благодати, отчуждается от жизни божественной, становится мертвую пред очами Божьими. Совесть, убитая сознанием преступления, терзает душу только бесплодным угрызением, как червь могильный терзает бездушное тело. Какие не употребляй противоядия, но доколе яд в теле, смерть неизбежна. Одно средство освободиться от нее – исторгнуть смертоносное вещество из тела и извлечь наружу его. Так и отравленная грехом душа, какие не употребляла бы сама собою средства к своему врачеванию, но доколе грех остается в ней, вечная смерть ее неизбежна. Уязвленная сознанием греха совесть сама осудит себя на вечное отчуждение от Бога. Одно и единственное средство спастись ей от погибели – низвергнуть из себя яд греха исповедованием его пред служителем Христовым. Имеющим от Бога власть отпускать грехи. Тогда только совесть, ожатворенная изреченным ей о прощении и помиловании, паки восприемлет силу и жизнь. Душа наитием благодати Пресвятого Духа освящается и делается угодной Богу. Что же грех? Это удилище и сеть, которую дьявол улавливает на свою волю. Ибо всякий, кто творит грех, от дьявола есть. Так как сперва согрешил дьявол. Иоанна 3 глава. Этим средством возобладал он над первым человеком. И потом над всем человечеством. Опутав этой смертью, он держал их в узах адовых всех людей. Доколе великий разрешитель уз греховных, Господь наш Иисус Христос, не расторг ее крестом и не открыл нового пути покаяния, которым уловленные дьяволом души могут исходить на свободу. Что же делаем теперь мы, предаваясь греху после освобождения нашего от власти дьявола? Свободно приемлем в себя смертоносную удицу, прикрытую пустотою, пустою приманкой. Произвольно заходим в дьявольскую сеть, обольщаясь сладостью греховную. Может ли освободиться от власти ловца рыба, доколе находится внутри ее поглощенный крючок? Нет, она вся в его власти. Куда захочет, туда и поведет ее. Когда захочет, тогда извлечет ее на сушу. Может ли освободиться от уловленной сети птица, доколе не
Проторгнет она сеть. Нет, она вся во власти этого ловца. Он может распростирать и стягивать сеть по своему произволу. Она может биться и порхать, но все еще в оковах, а не на свободе. Так и грешная душа может ли освободиться от власти дьявола, доколе внутри ее грех? Это дьявольское удилище, которое он держит в своей власти и заставляет биться, трепетать по своему сатанинскому произволу. Одно средство спасения – извергнуть из себя грех исповеданием, расторгнуть греховные узы искренним обращением к Богу. Тогда власть дьявола прекращается, душу грешника приемлет в объятия своей любовь Божья. Освобожденная изреченным ей прощением, она исторгается в свободу чад Божьих. Что же такое грех? Это средостенные ограды, разделяющая нас от Бога. Высока и неприступна была вся ограда, воздвигнутая грехами всех человеков, которые сами из себя заключили в ней, как в темнице. Но ее разрушил крестом своим Господь и открыл исход из нее бедным узникам. Что же делаем теперь мы, предаваясь опять греху? Воздвигаем новую для себя ограду, которая отделяет нас опять от Бога. Строим сами для себя темницу, в которой не видим Божьего света. Простираем сами над собой мрачный покров, сквозь который не проникает к нам лучи благодати Божией. Что может быть жалче этого состояния, братья? Но из него нет и не может быть иного исхода, как открыть отверстие исповеданием грехов, сквозь которое мог бы осиять нас луч благодати Божией, сквозь которое любовь Божия могла бы извлечь нас на свободу. Вот почему необходимо свободное исповедание грехов. Без него душа наша останется навсегда мертвую прегрешениями, преданную власти дьявола, отчужденную от Бога. Если исповедуем грехи наши, верен, если праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава. Так уверяет нас возлюбленный ученик Господень. То есть, когда мы возненавидим грехи свои и исповедуем их пред Богом, то не только любовь, а и сама правда Божия, умилостивленная кровью Христовой, сама непреложность обетований Божьих требует, чтобы мы были прощены и помилованы. Само собой разумеется, что истинное и благоплодное исповедание грехов должно быть полное и совершенно искреннее и вседушное, твердое и невозвратное. Исповедать один грех и скрыть другой не значит ли произвольно оставить себе яд греха, который умертвит душу нашу неизбежно. Имея всю возможность исторгнуть его вон и тем очистить себя совершенно, исповедать грех неискренно, хотя бы нехотя, хотя бы сердечного сокрушения и с принуждением, не значит ли явно доказать, что мы любим еще греховные узы, что дьявол еще крепко держит нас в своих оковах? Наконец, исповедать грех без твердого намерения оставить его вовсе, не то же ли значит, что сказать благодати Божией? Слышим твой глаз, признаем себя грешными, но оставь нас на сетях дьявола, не хотим мы расстаться с ним. Не так ли поступают те несчастные, которые, потеряв не только всякое чувство добродетели, но и всякое чувство стыда человеческого, с намерением упорствуют в преступлении, чтобы продлить темничное заключение, которое нравится им, как скопище порока, и в котором они готовы оставаться навсегда? Дивно ли после сего, что такое лживое исповедание грехов не только не оправдывает человека и не примиряет его с Богом, но еще более предает его власть дьявола, который неминуемо повлечет его с собой в вечный гиенский огонь. Так, да отверзутся все внутреннейшие заклепы сердца нашего, когда являемся на судилище покаяния. Да явится внутренний человек наш таким, каков он есть. Пусть будет он весь покрыт язвами страстей и пороков. Небесный самарянин Господь Иисус Христос уврачует и исцелит его, омытого слезами покаяния. Всеосвящающая кровь Господня омоет, очистит и осветит его.
Не вести спор с правосудием Божиим, приходим мы ко престолу покаяния, а искать и просить милости и пощады у милосердного Искупителя нашего и судьи. Сначала говори ты беззаконие, открой ты беззаконие твои, и да оправдаешься. Аминь. Проповеди Димитрия, архиепископа Херсонского. Со страхом Божьим и верой приступите. Благословенны во имя Господне, Бог Господь явился нам. Верую в Господи, исповедую, как есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешно спасти, от них же первый есть маз. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, самая честная кровь Твоя, молюся бы Тебе, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое. Вольно и невольно же словом я же делаем, же ведение и неведение. Исподоби меня сужденно причаститься, причистить Твое таинство, в оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками опрями, небо врагом Твою тайну повем, не лобзание Тебе дам я, Каюда, ну-ка, разбойник, исповедуй Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в сутре во суждение будет мне причащение причистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается от Тебе. Yeah.
духом святыми, приятным духа небесного, а притоком веру истинную не раздели Троицы поклоняемся, как у нас посла. Славу Твою, яко сподобились и нас причаститься, святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыне, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя. Бессмертных, небесных и затаящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. И помилуй, сохрани нас, Божия, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мирен и безгрешен, спросивши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Я же священие наше Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Миром изыдем. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, священ на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти любящий благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави божественной Твоей силой, не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дару и церковь Твоим священникам и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебе, со свету Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Будем. Будем имя Господне благословено отныне до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благословлю Господа во всякое время. Выну хвала Его во всех моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кротцы и возвеселятся, возвеличите Господа со мною, и вознесите меня в окопе, взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услышай, и от всех скорбей его спасей. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся его, избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает на. Бойтесь Господа, все святые его, яко не смешение боящимся Его, богатят нищаше и залкашо. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас, кто и человек, хотя и живут.
дни видите благи. Удержи язык свой от зла, и усне твое же не глаголать усти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направь бедные, и уши его в молитву их, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их. Вас ваше праведнее Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близко Господь сокрушенный сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости, ни один от них сокрушится. Смерть грешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Поднял вас только благодатью и человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всех вальных апостол, преподобных, и богоносных отец наших, ежего святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские, и преподобных Прокопия и Тита, их же и память ныне совершаемых святых праведных, Богу Отец и Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Немного прочитаю для вашего духовного назидания из беседы святителя Иоанна Златоустого о том, как мы должны переносить скорби, которые Господь допускает нам. Подобно тому будет и ныне, если мы захотим твердо и мужественно стоять против постигающих нас искушений, если мы возложим надежду на Бога, то мы будем в безопасности и на свободе, а нападающие на нас погибнут, потому что говорит премудрый, кто копает яму, по-другому сам попадет в нее. Хотя они скажут нам руки, хотя они свяжут нам руки или ноги, скорбь в состоянии будет разрешить нас. Посмотри на это чудо. Кого люди связали, тех огонь разрешил. Это тоже, как если бы кто-нибудь отдал рабам кого-либо из своих друзей, рабы, уважая дружбу его с господином, не только не станут оскорблять его, но и воздадут ему великую честь. Так и огонь, узнав, что эти отроки – друзья самого Господа, расторг какого их разрешил и избавил их, сделался для них подстилкой и был попираем ими, и справедливо, потому что они были вергнуты ради славы Божией. Это говорится о трех отроках, вергнутых в печь огненную. Будем помнить такие примеры все мы, находящиеся в скорбях. Но вот скажешь, они избавились от скорби, а мы нет. Так и следует. Они шли в печь не с тем, чтобы избавиться,
но твердо решившись умереть. Послушай, что и говорят они. Есть Бог на небесах, силен изъять нас. Ящели не ведомо будет тебе, царь, что богам твоим не служим и образу золотому не поклонимся. А мы, как бы подчиняясь своим соображениям наказание Божие, назначаем для них и время, и говорим, если до таких-то пор не помилует нас Бог, потому-то мы и не избавляемся. Вот и Авраам шел не с тем, чтобы получить сына живым, но чтобы заколоть его, и сверх чаяния получил его живым. Так и ты, когда подвергаешься скорби, не будь нетерпелив и не спеши освободиться от нее, но расположи душу свою ко всякому терпению, и тогда скоро освободишься от скорби. Для того Бог и посылает ее, чтобы вразумить. Таким образом, если мы с самого начала умеем переносить скорби и не ропщим, то Он скоро освобождает нас от них, потому что все уже с нашей стороны исполнено. Я хочу рассказать вам один весьма полезный и назидательный пример. Какой же? Когда воздвигнуто было гонение и возгорелась жестокая война против церкви, были схвачены два человека. Один из них был готов переносить все, что угодно, а другой также мужественно готов был перенести отсечение головы, но других мучений боялся и трепетал. Смотри же устроение Божие. Когда судья стал судить, то готовому на все велел отсечь голову, а того повесить и терзать, и не раз или два, но проводя по всем городам. Для чего же это было попущено? А для того, чтобы слабая душа его укрепилась в страданиях, чтобы он отвергнул всякий страх, чтобы он не боялся, не колебался, не трепетал пред мучителями. И Иосиф, когда особенно усиливался выйти из темницы, тогда и оставался в ней. Помните, когда Иосиф сидел в темнице, а хлебодар и виночерпи должны были выйти, то он говорил: вы там замолвите за меня слово, когда будете. Помяните обо мне. Для того он оставался там, чтобы научиться, что не должно полагаться и надеяться на людей, но все возлагать на Бога. Итак, зная это, будем благодарить Бога и делать все, ведущее к нашему благу, чтобы нам достичь будущих благ во Христе Иисусе Господе нашем, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честный утешителю души истинный, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подозрю, приди, вселися в ны, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Где батюшка? Пусть попросит благословения. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибудь с нами. Ты сам руководи нами, Духом Твоим Святым, чтобы нам не уклониться в рассуждениях ни налево, ни направо, но все слова, мысли наши были направлены к прославлению Тебя, единый вечный Господь Христос, проливший за нас, за каждого свою пречистую кровь. Соделай нас истинными служителями Твоими, слышащими голос Твой, поступающими по воле Твоей святой, не ищущими своего. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Проходите вперед. Место вот здесь. Игорь, место свободное. Проходите. Да мне сейчас надо идти. Никуда же Фоменко не поедет. А что ж молчишь? Братья никого не оставят. Ну, чем поедешь? Ну, Николай позади вас. Какой Николай? Вот. Ты что, с ним договаривалась? Нет. Ну, как-то так же не делается. Ну, как? Ну, утром же ты сказала, ты говоришь, я не дозвонилась, не знаю, как дозвонилась, не дозвонилась. Я не оставил, сейчас, значит, я... Батюшка, мы говорили про эту Валентину Павловну. А к Фоменко-то едем. Она будет ждать. Она будет ждать. Ну, утром-то трудно сказать, батюшка, мы едем. Значит, следующее будет у нас исповедь через воскресенье. Там будет какое число? Это сейчас у нас что? 24. 11 будет, потом что будет? 25. Это у нас было воскресенье 11? Да. 24. Потом будет воскресенье у нас будет 19? 18. 18. И 25. 25. Значит, 24 суббота будет? В субботу. Там родительская еще поминальная суббота. Значит, будет панихида утром, чтобы, наверное, не... а так и успею я к 8 приехать. Как было в обычное время, 8 часов. В субботу? Будет панихида, да, в субботу панихида будет. В субботу вечером будет даже у нас всеночное бдение и исповедь вечером будет. Подготовьтесь к исповеди. Это 24 будет, на 25. Вот так. Ну что еще? Всем благословения передаю вам, архиерейское, от владыки. Молитесь, он болящий, болеет так, ну, служит, но болеет. Я приглашал, но он по состоянию здоря и занят там он один на этом, в соборе, поэтому, да и зимой тяжело. Там и поэтому пока, значит, я сильно не стал настаивать на этом, но он сказал, что мне, говорит, тяжело просто ехать. Поэтому оставил. Я говорю, тогда, может быть, весной на день деревни, у нас 13 мая будет деревня, тогда на день деревни, может быть, тогда пригласим. И все. Ну и все. А остальные все там, что вопросы о нас, он просто не знает. Он спрашивает, а что будет с нами? Он ничего не знает. У них было заряжено то, чтобы к этому времени все приходы разошлись. Так и случилось, что все разошлись. Остались наши два прихода. То есть неопределенными, которые не вошли. Последние, там в Омске он ездил, уже передал по согласию с священником Московского патриархии, там ему дали отцу Николаю новый построенный храм. Вот он со своим прихожанами перешел в тот храм служить из своего. У них там небольшой, они строили такой. Вот. Ну и все, остались наши две общины. Поэтому что и как будет, никто не знает. Один Господь знает, что для нас приготавливает. Поэтому так, молитесь, Господи, как угодно воле Твоей, так и устройся. Вот и все. Так, ко мне какие есть вопросы? Соседка спрашивает, постом бывает крещение? Нет? Что? Соседка спрашивает, постом крещение бывает? Крещение? Да. Кого крестить? Ну, соседка хочет покреститься. Да. Крещение нет, никаких ограничений, всегда бывает. Угу. Всегда, только готовятся. Есть в православной церкви специально приготавливались крещения, это с первых веков христианства, каким-то праздником, приурачивали к празднику, потому что крещение – это вхождение новых душ, рождение новых душ в церковь, это всегда был в церкви праздник. И в общине там, где рождают, это праздник, потому что родились новые души для Царства Небесного. Вот. Поэтому... приурачиваем всегда к какому-то празднику крещения. Ну, а так ограничений нет. Всегда, когда можно крестить. Вот. Если болящие там при болезни, то там вообще уже никаких нет. Да. Так, еще вопросы какие? Батюшка, а вот владыка Евтихий, когда был там, он был как бы и не против, даже не то, что не против, он был за то, чтобы рабочая комиссия это была и работала. А как он сейчас? По-моему, он даже, наверное, это и предложил. Да, а как он сейчас задал? Разговора об этом не было никакого. Он, я спросил его, у вас какие-то были после той встречи, да, что были здесь, там, когда он говорит, никаких, никто не обращался, никто нигде. Я говорю, ну, может быть, там... Нет, никто, говорит, ничего. А у вас, я говорю, у нас ничего не было. Мы попробовали
еще раз обратились к епископу, говорю, чтобы нам встретиться и поговорить в такой обстановке, в братской, скажем. У него давление поднялось сразу и не было. И все, больше после этого секретарь сказал, позвоним потом. Больше не звонили, и я не навеливаюсь, говорю, мне это, ну и все, и больше разговора не было никакого. Все понятно, спасибо. Еще вопросы какие? Все. Что? Все, никаких вопросов больше? Нет, слава Богу. Так, сейчас минут через 10 я со Светой там поговорю. Переводчика тебе надо? Игорь. Значит, сразу маленькое объявление. Вот этот стол на воскресенье. Старайтесь хотя бы до черты, вот до этой половинки, не занимать ничем. И все, что я кладу, подготавливаю, это для вас. Не трогать. Не любопытствовать. Потому что я все равно принес для вас. А потом я не могу найти, где это находится. Первое. Вот об этом... изображение, фотография. Хотя подарили мне, но я считаю, что на первом месте стоит в первую очередь тот, кто изображен, а потом ее мама. Туда передать по разным причинам не удается, а мама, я не знаю, где она есть, каждому говорю. В июне я уезжаю, 10 июня у меня день рождения будет, я уезжаю. Вот эта фотография для меня исключительно дорогая. Я увезу ее туда в деревню с собой, и она будет в детском лагере. Это для нас как... пример, как можно служить детям с полной, абсолютной самоотдачей. За ее плечами 12 лет, это ни день, ни два. Вам надо на неделю поехать, и вы не знаете, что делать. У нее точно так же были заботы, она все оставляла. Приятно слышать, когда отзывается о твоей работе хорошо. И уезжают у меня восторженные родители, приезжавшие к детям. И детей много было. Я говорю, что самое лучшее вам показалось в лагере? Мы только покрыли столовую, цветник такой насадили, розы цветут, ну, игры всякие устроили. Все единодушно ответили, Наташа. Почему? Одна говорит, я посмотрела, как ночью она с горшками возится. Я, мать родная, этого так, говорит, не ухаживала. Она могла шить прекрасно. Замерит, готово дело. Материал нам вот Валер давала. Валентина Николаевна, они всегда надо молиться, мимо проходите. И она им платье нашьет, рубашки, все это подарит, конечно, бесплатно. То есть мы пойдем сейчас в сад наш рядом, вот засыхает облепиха, это ее работа. Малину сажали ее, конечно, она не одна была, с ней вместе. Но все это ее была идея, как сказать, главная движущая сила была 12 лет. Поэтому... она должна быть постоянно в молитвах лагеря. Поэтому я увезу туда, если до мамы, до июня месяца не достучитесь. Я считаю следующий, как ВОЗ, говорит, я наследник по родству, ближе всех. Вы не забывайте, что в общине у нас ни у кого не было таких пророческих снов, как у ней. Ее впереди ждет то, что она там видела. И я должен опередить ее и ждать ее. Может, на той стороне. Она видела распятие, она видела крест. На 100% это от Бога. Это все святые отцы говорят. Ее ждут великие страдания, которые с человеческим умом не постичь, как она там видела. До момента, пока в руки ей невидимая рука вложила меч. Это Слово Божие. Конечно, молясь о ней, молись о том, кто рядом с ней, о Валерии. Постоянно. Желаю наилучшего блага и спасения в вечности. Остальное мы не знаем. Остальное не знаем. Больше никто на это не претендует, на эту фотографию. Подарили лично мне. Я бы мог даже не показывать. Но я считаю, по праву обладания, она обладает в первую очередь, должна быть. Так, берите-ка. Теперь, самый наиглавнейший вопрос, который у нас стал, благовестие. Снова. Но благовестие наше принимает другие формы. Мы обычно выезжали в воскресенье, если ближнее село после богослужения, а вечером мы возвращались. Заранее ездили в это село, договаривались с администрацией, с заведующим клубом или домом культуры называют. Проходили в каждый дом, дарили Евангелие, а кто приходил, Новые Заветы. Мы за 3 лета фактически подарили 30 тысяч Евангелий. Сегодня нам Евангелие говорят, мы можем сделать, издать. Это 30 с лишним рублей. Умножьте на 30 тысяч. Уже подкатило к 100 тысячам.
Но нам Господь помог тогда достать через Гедеоновых братьев бесплатно. Конечно, я старался рассчитаться книгами, предложил полный комплект, это 11 тысяч, 38 наших книг. Нынче мы думаем выезжать на неделю. И для этого нужна машина. Машина много, конечно, книги. Один комплект только моих книг весит 31 килограмм. Умножить на 6 уже почти 2 центера. С собой должны быть матрасы, все остальное, еда и сами. Мы несколько месяцев тут решали, какую брать машину. Наконец остановились. Я зачитывал в прошлый раз. Если кто не знает, еще раз произнесу. Нет, это чтобы знали. Вот. Это ГАЗ 27057-398. Дизельный, все ведущие. Грузоподъемность 950 килограмм. Стоимость 742 тысячи. Есть те, которые нам желают блага и говорят, можно было бы взять другого. Но здесь цельнометаллический кузов. Стали думать, а если получить с завода? Завод нашли где? На Нижний Новгород. Вышли через Володю. Если с завода брать, поменьше. Подешевле. Не намного, но для нас это существенно. 627 тысяч. Это значит, туда двое суток, оттуда он догоняет до Екатеринбурга. Теперь он там устанавливает холодильную установку, приводит ее в нужный рабочий вид и пригоняет уже сюда. Отсюда наши братья угонят. Внезапно уже, значит, связались с заводом. Я думал, что это будет где-то в мае. Но меня после этого воскресенья уже захватили буквально врасплох. Я говорю, заплатите, а приедете, я, может быть, соберу что-то, вы же что-то будете давать. Я же говорил, объявить, для дела Божьего, безвозвратно это, для Бога, как милостыня. Они сказали, никто взять это не может, даже он, считающийся директором. Меня в первый раз увидели, вчера я был в банке. Первый раз там меня увидели. Я расскажу просто о чуде. Я должен был вызвать человека, в руки ему вручить 627 тысяч вчера. Естественно, что без процентов. Я никогда под проценты не беру. Деньги эти уже ушли. Они переходят сначала в одно место, поступают, а потом поступают уже непосредственно на завод, и там его вызывают. Напрямую я не знаю, сказал от меня, что взять, когда я ничего не понимаю и не слышу. Значит, Людмила Степановна, где она? Лена. Вон она. Ты мне подбей итог, сколько чего есть. Эти деньги, которые она не наберет, вы можете отдавать мне их в течение хоть года. Если у кого нет, то сейчас мне нужна максимальная сумма погасить то, что я отдал уже это все. И вы, значит, об этом молитесь, чтобы все это дошло до места. Глухонемых узнать, что они могут пожертвовать. И для дела Божия вы будете участвовать через это. Мы договорились, что если машина эта придет, благополучно тут оформят, на нескольких человек, кто будет водить, шофером, нам шофера нужны будет, помни. Понедельно. Если вы умолчите в этот день, Господь пошлет помощь с другой стороны. Вы знаете, кому это было сказано? А ты, говорит, и дом отца твоего погибнете. Такая книга из Библии, Иудив. Не для этого ли Бог тебя, говорит, возвел на то испирь, на такое достоинство, чтобы ты смогла помочь. Положите себе на сердце. Понимаете, все падает на меня. Ну, конечно, я теперь богаче стал. Пошел, я, оказывается, пенсию повысили, у меня теперь 5300 рублей. И я посчитал, что если я буду 300 рублей на себя тратить, а 5000 откладывать, ровно через 150 лет я наберу. Сумма какая? Всего только через 150 лет. Так что мне и помирать ни к спеху, ни к месту. Значит, сумеем это сделать или нет? Я, конечно, знаю, где просить. У моего Господа Бога. Приезжает батюшка, я ему говорю, батюшка, вот одна есть душа из океана. И она уже третий год стращает нас, что хочет выслать нам деньги, доллары. Ну, на что? На детский лагерь. Поговорит? И нету. Год проходит, опять звонит, опять вам выслать, не выслать. Опять и выслать, опять нету. И третий год нынче звонит, опять вам выслать, не выслать. Я уже в яме сижу и думаю, тут что-то есть. И она ничего про нашу покупку не знает. И вдруг ровно вчера... Это было позавчера как раз. Она звонит, счет такой-то, идите получите. Там немного, всего 300 долларов. Но однако это... Ко мне уже вчера приехали два человека, которые вызвались тоже понемногу помочь. Немного, больше 10 тысяч никто не давал. Но это тоже... Ну надо помнить, евреи богаты, потому что он копейки не пренебрегает. А русским или все, или ничего. Я приму самую малую лепту. Теперь, ну, ясно дело, что я банкир, раз расплатился.
Но понимаете, что мне умирать сейчас нельзя. Мне надо сначала привести в состояние финансовые хвосты. Не забывайте, мы это делаем для Бога. Дальше я буду говорить, к этой теме все подгонять. Какие у нас таланты? Прошу не спать. Быть очень внимательным. Вы просите талант. У человека нет памяти. Вы знаете, о памяти люди молились такие, как Иоанн Кронштадтский, двоечник. Сергий Радонежский, он был когда-то Варфоломейка. Двойки, не может ничего брать, учится хорошо. Он попросил у Бога, и Бог дал такое, что он стал отличником, что с красным дипломом закончил академию. У Бога. Они просят памяти. Но я нашел, что еще надо просить у Бога талант забвение, забыть. Не памяти только, а забыть. Мне Бог дал памяти. Ни один человек не сказал, что у меня памяти нету. А были такие, говорят, ну ты уж совсем старый стал, ты и не помнишь это. Я говорю, через день ты уже вспомнишь. Ой, прости, да правда, я сам забыл. Не я забыл, ты забыл. И вот некоторые начинают ставить эту память мне, унаследованную от отца. У отца у моего была феноменальнейшая память. О чем я написал в «Комсомольскую правду», там сказали, мы воспользуемся этим материалом. Он знал, кто что сказал, когда, какая погода была 30 лет назад. Пасет 1000-1500 овечек, и он каждую знал, ничего не умея писать, когда баран покрыл овечку, когда она объягнется, и от какой она происходит. Всю родословную. Совершенно невероятные вещи. Коровы еще мог бы определить, овечки, они все как прихожане одного храма, похожие друг на друга. Значит, мне, я больше всего на моего отца похож. Похож, но он умер, у него был рак кишечника, желудка. Значит, наследственно я могу это унаследовать. Но он всю жизнь выпивал и ел консервы. Я не пью, не ем консервы. Может быть, Господь перешагнет дальше эту черту. К тому говорю, чтобы мне не умереть в долгах. Я не о смерти даже говорю, а успеть рассчитаться и сделать свое дело по благовестию. У нас нынче Евангелие не достали. Вот это вот я в прошлый раз показывал. Режется вот так вот, сделают надписи. И вот такие картоночки разные ищите, начинайте разрезать. Ни худо, ни мало, нам нужно примерно 50 тысяч вот таких сделать. Когда ты принесешь, хотя бы один нарежь, чтобы какая у нас надпись, и по краям бортик оставался пол сантиметра хотя бы вокруг. И на это наклеим. Вы уже это делали. Примерно 30-50 тысяч таких нужно картоночек. Мы каждый день заходить, указывать не библиотеку и приглашение. Даже Евангелия не будет, мы не очень многое потеряем. Фактически мы оставим и в библиотеке, везде Библию. Я все время сейчас провожу МФ, не Марфлот, а молитва-форум. Батюшки, нет, называется интернет. Очень интересные вещи. Ко мне приходят люди, как нигде. Я 2 дня решил ничего не выставлять. Я каждый день даю материалы с фотографиями. Отзывов столько, сколько я за свою жизнь не слышал. Как люди благодарны. И вдруг я 2 дня, только вчера к вечеру, нет, и сразу же начинает идти. А почему у вас нет? Что случилось? Вы понимаете, весь интернет наш оскудел, у нас ничего нету. У меня 10 тысяч друзей, но полная тишина. Ничего нет, что попало. Я даю отличные материалы. Все по Слову Божию. С указанием. Там пророчество. Нужно, чтобы так все это было. Вчера одна приходит и говорит, вы меня простите, вы меня не знаете, но когда выставили ролик, Яша плачет. Я вас осудила, какой это дед грозный. Это дядька злой. Это я сказала. Ну, оно как сказала, так и стоит. Я не стираю. Про меня, если плохо говорят, я ни одного еще не затер. А раз на моей странице, я могу только щелкнуть, там крестик есть, и он исчезнет. И она, теперь дети-то подрастают, я увидела, ой, как вы правы были, простите меня, это только так и надо воспитывать. Вот и все. Притом это не один человек, который что-то говорил, а я не оборонялся, не возвышался, а Господь сам это все делает. Надо поверить, что Господь за нас. Значит, молиться о забвении обид. Кого, где, как притеснили. Господи, отними у меня память на это. Сергий молился Варфоломейка о памяти. Здесь надо молиться, чтобы другое было у тебя. Я об этом молился, о забвении. Я встал утром, у меня ничего нету, как стертая программа. Я слишком много знал ненужного. Столько знал, что когда я рассказываю, беседую даже с профессорами, с академиками, мне говорят, и вы это все знали, знал абсолютно все. Все политические системы мира.
Какие столицы у государства? Много-много не нужно, не считая анекдотов. Как говорится, парень рубаха, душа общества. И в этом мусорном ящике негде помещаться было божественному. Я понял, что меня все время это смущает. Господи, убери это, я ничего не могу сделать. Я встал, ничего не знаю. Молиться надо еще вот об этом. А то я на него имею, он мне сказал, я ему, сотри это все. Сколько уже постов прошло, я же не осуждайте брата моего. Я сейчас прочитаю по книгам, как люди судят. Так вы, оказывается, принадлежите к зарубежной церкви. А кто там был? Я говорю, Виталий, Лавр. Лавр, это предатель, это женщина говорит. Лавр, предатель, митрополит, на том свете, и ты не боишься говорить. Кого он предал конкретно? Это женщина. Ну, показать, что я никудышный, только потому, что с Лавром я... Ну, я и встречался-то один раз в жизни с ним. Мельком. Судят беспредельно, безбожно, безжалостно. Людей уже ушедших. Притом ни одного преступления она назвать не может, а только потому, что вот объединение это произошло. Я знаю, что было, ну так было, остается в моих молитвах. А если бы объединения не было, зарубежная церковь практически исчезла бы. Выбирать уже нечего было. И они вовремя к этому подошли, вовремя. Вот как сейчас епархии делят, мне прям звонят, уже не знаю, из каких мест, монастырей. Вот патриарх, что он делает, патриарх? Он делает правильно, Кирилл. Я говорю, давно это надо было, я все время об этом говорил. На 3-4 части рубить каждую епархию. Они тогда будут заниматься архиереей-то. А он только царствует. Где он такую область охватит-то? Это губернатор на 4 области. И вот одна женщина мне и говорит. Как раз женский день был, а я выставил стихотворение. «Женщина не ангел и не демон» называется стихотворение. И одна, это кто же вам дал право так судить? И она писала, что через женщину все мы умираем. Я нашел, что горше смерти женщина, Екклесиаст пишет. Как она на меня, это кто же дал вам, кто вы такой есть? Я тогда беру, там был такой Ахия, пророк. И к нему пришла, он уже слепой был, а к нему жена Яровама пришла спросить о болезни ребенка-то. А он ей все высказал, говорит, ребенок умрет, когда домой вернешься, а дальше говорит, я грозный посланник Божий. Я ей ответил, я грозный посланник Божий. И она замолкла, и кажется, меня в черный список убежала сразу. Я грозный посланник Божий. Я тебе возвестил Слово Божие. Хоть одно слово добавил мне. А кому претензия? А почему она горше смерти? Я говорю, 3000 лет назад к Соломону. Николай, ты сможешь ее провести? Кого провести? Собрание? Да нет. Съездить, посетить. А, ну смогу, а почему? Поехали. Все. Полетим, поехали. Вот смотрите, что получается. Вот эта вот книга называется «Воспоминания игумена Кирилла Сахарова». Игумен этот, храм Николы на Берсеневке, это примерно метров 250, говорят, от храма Христа Спасителя. Очень известный человек. У него прошла первая книга воспоминаний. Он везде ездит за границей, на Афоне, там, к Чечню, с депутатами. Где только он не бывает. Он был, кажется, председатель молодежи России, православных братств, два срока. И вот он выступил. Попросили меня ответить на первую книгу. Какие мои впечатления? Так, я попрошу этого прочитать вслух. Вот. И он тогда, что я на первое ответил, а он тут сказал, отзывы на первую книгу. Отзывы называются. Отклики читателя на первую часть книги «Воспоминания». Ну, тут несколько человек, но самое большое место посвятил, что я ему сказал. И теперь я вчера получил письмо на этот отзыв. Пожалуйста. Посмотрите, на днях он мне звонил, и я ему высказал благодарность. Это не каждый решится так. Я сказал о нем отрицательно, и он это очень отрицательно отозвался о его книге о нем. И он не стал умирать, это ох, обо мне плохо, это частное дело, это личное. Он выставил на ободрение тысячными экземплярами на весь мир. Это означает человек великодушный, это высокого полета человек. Он не боится, когда о нем говорят плохо. Вот послушайте. Лапкин Игнатьевич, основатель православной общежительной общины на Алтае. Общежительный, что-то понапишу. Читаю почти каждый день по нескольку страниц. Подчеркиваю, сравниваю, беседую с людьми. Это я на его первую книгу, что я делаю, когда они позвонили, я им сказал. Книга пошла по рукам. Мнение абсолютно всех до единого. Книга мертвая, как ее автор. В ней не было встречи на пути в Дамаск. Там не было
у него там не было у нерожденного свыше и роста духовного. Там не могут и другие от него. Господи, понять, что вот. От него и от его воспоминаний родиться. И вдруг вчера уже ночью звонит из Москвы прихожанка Елисавета. Она была с отцом Кириллом из группы детей в июне 99-го года. У нас в лагере Стани. Все они круто церковные, воцерковленные намертво. Это трухлявое слово. В это трухлявое слово. Как принято произносить эти мертвые слова, воцерковляться, окормляться в кругу мертвецов. Описано на странице 137-156 его книги «Воспоминания». И эти 19 страниц перетягивают с лихвой всю книгу в 318 страниц. С моей точки зрения. Мы тут уже не один раз обсуждали ее, она у меня вся испещрена сотнями пометок разными карандашами. Я ее замусолил до такой степени, что на другой день она у нас в руках рассыпалась. И брату Игорю Дубнову пришлось заново ее переплетать, стягивать капроновыми нитками. Многое отец Кирилл не договаривает, многое утаил за страх иудейского, но пишет, думаю, искренно. У нас только один вопрос все время возникал при общении, при общем чтении. Он это все умышленно, по заданию ли масонов делает, или искренне верит, что так и должно спасаться. Я склоняюсь все же больше к тому, что он добрый по натуре, искренне, и пишет, как понимает, совершенно не зная евангельского пути спасения и евангельского труда. А все бы ему богослужение, да заумнее, по-старобрячески, надрываясь в стояниях. И эти стояния в виде протестов он успел уже перенести на площадь. И куда бы он ни ездил, везде ратует за единство церковное. Он против автокефалии украинской Сербии, он и за Сербию. Он и за всех, кроме своей бедной души. Конечно, ему не понравится, что даю такой отзыв, но я так вижу. А ему советую при его воображении еще не умершим представить себе на месте Тимофея с апостолом Павлом, хотя бы Епафрасом или Акилой, а потом по прошествии миссионерского путешествия написать воспоминания. А что тогда сойдется с нынешним тленом его воспоминаний? Да ни одного малого шанса нет похожего. Отец Кирилл закрутил общину на пятачке Берсеневском, как на крыжовниковом высохшем поле. И ни трапезы, ни поучения оригинальные не выведут его паству, его лично на евангельское благовестие, как не выведут лжесвидетели от имени Иеговы. Не пойдут они, ибо они научены своим пастырем не так, а за миссионерство считают открытие храмов, установление поклонных крестов, долгочасовые литургии. Слово «благовестие» на Берсеневке не появлялось и не вхоже в заунывное и монотонное. У нас же катехизация включает около 500 часов занятий по Библии. Все. Вот. И вчера вдруг я получаю письмо. Попрошу, то шрифт очень хороший, пишет. Женщина как раз по моему этому вступлению. Вам стоит поучиться. Дорогой Господи Игнатий Тихонович, мир дому вашему. По промыслу Божию прочитала вашу критику в адрес деятельности игумена Кирилла Сахарова и была просто шокирована такой негативной оценкой. Затем шок сменился возмущением. Прошло уже больше года, никто ничего, ни отец Кирилл, никто не против. Это, которая его очень-очень любит, она не стерпела этого. Как же можно назвать мертвецом человека, не имеющего смертных тяжких грехов, патриота, крепко стоящего в истине? Может, и Москва-то еще до сих пор не провалилась сквозь землю благодаря тому, что есть в ней хоть один храм, не оскверненный числом дьявола ИНН. Вот в чем, оказывается, вся святость. ИНН. Побольше бы у нас было таких мертвецов, тогда и жизнь наша наладилась бы. Разве не великое дело стоять в истине, когда все вокруг либо трусят страх ради иудейского, либо теплохладные и безразличные приспособленцы? Разве не великое дело принимать участие в патриотическом движении, возгревать в сердцах людей любовь к родине, патриотизм, болеть за судьбу России, все одно и то же. Вот сколько. Разве не великое дело регулярно ездить в глухие деревни, где нет храма и люди, оторванные от Бога, нести туда свет Христов, дать возможность людям поисповедаться, попричаститься, креститься, повенчаться. Один раз он приехал туда, один раз за всю жизнь, и уже повенчаться, то есть все делается, как вот эта полнота церковная, как ну, любой погиб. Услышать Слово Божие, проповедь священника, услышать божественные песнопения и так далее. Ой-ой-ой. Отец Кирилл проводит
очень важную и нужную людям работу, а вы так дерзко уничижили его труд. Какая у вас к этому была причина? Зависть? Или вы это сделали под чьим-то давлением? Так, зависть или под чьим-то давлением. То есть все, у ней ни другой извилины нету. Она знает, что в мире так делается. А он мне звонит сейчас, и он говорит 5-10 минут, ну назови, что у меня там не так. А что больше всего вот в этой книге понравилось? Ну, он ждет от меня. Я говорю, эта книга с той уже не сравнишь, но смысл тот же самый, все мертвое. Не этим занять. Он опять, ну ты мне конкретно вот скажи, чего же я не так-то? То есть отец Кирилл очень любознательный, любопытный. Она как раз после него. Интересуется. Приход отца Кирилла живой. Если бы у нас все приходы были такими же, то наша Россия была бы непобедима. Почти со всеми вашими постулатами я согласна. Ну вот с переводом богослужения на римский, на русский язык согласиться никак не могу. Да и все наши духоносные старцы категорически против этого. То есть она с духоносных старцев уже подсоединяет, чтобы только не по-русски. Вот откуда все идет. А как же так получилось у вас странно? То вы говорите, что полюбили отца Кирилла и даже чуть не прослезились при этом. А потом вдруг такая негативная оценка его самого, его деятельности. Вот это плохо, люди не могут никак понять. Он как человек добрый, когда уезжал, мы простились хорошо, но я ему-то все заранее это сказал, она не может понять. Сам по себе он мягкий, он хороший человек, но деятельность его вот такая, как есть. Я ведь тоже не все взгляды отца Кирилла разделяю. К примеру, очень огорчена его положительным отзывом о еретичествующем икуменисте владыке Никодиме Ротовом. Как точно предсказала его бесславную кончину старица Пелагея Рязанская, сказав ему в лицо: «Умрешь, как собака у ног у Папы Римского». Вот она, я поясню. Ротов был, он, конечно, сторонник преобразования разных. Он учитель сегодняшнего Кирилла, патриарха. Он у него учился. И когда-то Пелагея там сказала, никто про это не знает. Он даже и сказала: «У ног Папы — это великое счастье умереть, а то как собака у ног Папы». То есть так себя возвысить. У ног Папы. В первую очередь не доказано, как он поехал туда и там скончался. А перед этим только Папа Иоанн I, Папа Павел Иоанн I, говорят, отравлен был. Ну, может быть, и у него он бежал, грузный был, и говорят, на прием вовремя, и у него сердце не выдержало. Нет, уже к этому кончине начинает, видите, что подмешивать. Это она не судит, это уже умерший. Я с Никодимом не согласен, но теперь я только в молитвах могу поминать его. Он за себя не может заступиться. Это его деятельность была, он так понимал. Он ставил людей, которые за русский язык, он намертво за русский язык стоял. А заодно это его можно уважать. Как только Никодим нагнулся, чтобы поцеловать туфлю римского понтифика, положено так по этикету, как тут же испустил дух собаки, собачья смерть. Понятно? Вот легенды. Это по-христиански, с собакой уже, и собачья смерть, это она не судит. А если я сказал, что он поклонными крестами везде выставляет, они стоят, они еще не дают, надо идти к людям проповедовать. Так, ну тогда я. Теперь она во мне ищет, если я это делаю, то это что-то не от Бога. Мне все время напоминает, когда умерла Макрина, это сестра Григория Низкого. Но он стал о ней писать, как Господь чудесно проявлял свою милость к ней и через нее. А потом говорит, а все равно люди в это не поверят, что я говорю. Люди верят только в то, что сами могут сотворить. Запомните это выражение. С тобой этого не было, ты не знаешь. Я вот молился, и у меня отсюда отзывы, отклики пошли на то, чтобы машина у меня в руках была. И она будет. А ты это не можешь сделать. Ты молись, у тебя это будет. Не завидуй. У меня зависти нету к отцу Кириллу. И никто меня не нажимал. Меня вообще нельзя жать. Зачем меня жать? Я просто стою в истине, свидетельствую. Да. Еще очень огорчил поступок отца Кирилла, когда он отказал в ночевке паломникам с Украины, приехавшим выразить протест против незаконного избранного патриарха не по жребию, который так же, как и его духовный отец, владыка Никодим, является махровым икуменистом с молодых лет. Раньше отец Кирилл всегда любезно принимал их у себя, а на этот раз вдруг оказал, почему? Трусость, страха ради иудейска. Надо быть последовательным до конца. Или, может, его не благословил на сей раз его духовный отец, но чтобы защищать православие и стоять в истине, не требуется никакого особого благословения. Это ведь наша обязанность. Правильно говорит-то. Но сама же судит Кирилла-то. Мой муж очень сильно возмущался этим поступком отца Кирилла и считает это предательством. И все же называть отца Кирилла мертвецом — это не только некорректно, но и просто нонсенс.
Не обижайтесь, но мой помысл говорит мне, а не впали ли вы сами в прелесть? Настораживает ваша сверхъестественная способность к иностранным языкам. Настораживает? Я сейчас объясню. Когда я приехал в Новосибирск, стали обряться. Я стал говорить, ну, Библию я знаю, цитирую. Это дьявол, человек не может Библию знать. То есть они за 300 лет ни одного человека не воспитали, который Библию знал. Вдруг я приехал, я цитирую Библию совершенно свободно, но я за ней провел 1000 часов. У меня в армии встает на разводе, а у меня карманы набиты из словаря словами. Тут по-английски, тут у меня по-французски, тут по-немецки. Я день и ночь учился. Я учился так, что командование могло поверить, что у них такой человек. Перед командой ходатайствовал, чтобы мне сократили, вставать мне не в 6 часов, допустим, а в 4 часа. Это уже не от Бога. Такая работоспособность. Вот она прямо высказала. Резкое обращение с супругой, перенесение операции без наркоза, это сверхъестественно. Это она выдумает, я так и просил, наркоз был. Она ищет сейчас, чтобы найти, что это неестественно, и ты сам дьяволом обречен на страдания, а ты еще Кирилла учишь. Может, вот. Все-таки тщеславие и зависть побудили вас дать отрицательную оценку? А сказал, в чем я могу завидовать? Игуменом я не буду, на храм тут я не претендую, авторитета мне своего хватает. Мне говорят, на вас авторитет работает. Но я на мой авторитет 40 лет работал. Не забывайте, он обязан на меня работать, мой авторитет. Смотрите с себя повнимательнее. Забыла вначале написать эпиграф. Обличай умного, и он тебя возлюбит. Вот как раз к ней относится. Не обличай глупого, ибо он тебя возненавидит. Точно так получилось. Ветхий Завет, просто подпись. Она даже не знает. Простите меня великодушно, Игнатий Тихонович, побольше бы нам таких общин, как ваша и отца Кирилла. И тогда воскресла бы наша Русь и была готова принять православного царя. Буди, буди, с любовью о Господе Роман так, Божий. И вы знаете, что я отказался писать письма, вообще не пишу. Поэтому, кто бы написал, тут адрес и все есть. Ну, написать как есть, разобрали, посмотрели, не обижаемся, за нее молимся. Ее как звать-то? Нина. Нина. Так, кто возьмется ответить и послать? Адрес тут есть. Почему нет активности? Ну, подними руку, только напиши и все, что там есть. Игорь. Ты посмотри, что делается, что, а? Что? Бери. Не, Игорь вон. А зачем? Вот. Бери. Он даже не знает про что. Просчитать и дать ей ответ. Ответ благожелательный. Игнатий Игнатьевич, мне кажется, вы должны написать. А? Почему вы не напишете? Я не пишу, сказал, я отказался, потому. Закрыта дверь. Я ни одного стихотворения не пишу уже 2 года. Я не говорю проповеди. Я от 8 дел отошел добровольно. Потому. Я, все, вопрос снятый, что я не пишу. И каждое письмо, если нужно, то вот кто-то ответит. Тем более я сказал содержание письма. Я не пишу. Принципиально я отошел от всего этого. Оставил только молитву и форум. Вам тяжко было бы рядом жить со мной. Ну, потерпите. Дальше. Вот эту книгу мне кто дал? Посмотри, кто. Галина Ивановна. Так, скажи, где ты эту книгу взяла? Это мне прислали из Москвы. Из Москвы. Ну, кто книгу не видал, я скажу, она называется «Это», все слова с большой буквы. «Это есть мое слово, Альфа и Омега, Евангелие Иисуса, Откровение Христа, неизвестное миру». Неизвестное. Вот. А кто тут пишет? Источник, там, к дитю, энергией. Вот. И кто она такая? Видите, как прекрасно сделано с закладкой. Книга очень хорошо сделана. 1072 страницы. Видите, какое оформление, как эта книга выглядит. Но я начал смотреть и скажу правду, что за 2 приема не мог назвать кто. Не указывает ни издание, ни общество, ничего нету. Но видно, что, во-первых, не православный. А это 100%. Дальше, не иеговисты, тут крест. А раз крест есть, значит, они его крест не признают. Какое-то новое течение или кто? Я попросил брата Игоря всю книгу эту про что делать. У меня просто времени нет. Я начал и вижу, что и глаза слезятся, и не могу дойти. Пожалуйста. Значит, а брат Игорь, помолитесь, чтобы Бог дал ему книгу эту прочесть, уразуметь. Господи, и она приводит места Писания, притом целыми пакетами. Но какой-то другой перевод, не синодальный. Какая-то женщина Габриэла вроде бы. Так, вопрос снятый этот. Второе. Батюшка наш сейчас вернулся и привез газету, называется «Православная газета Екатеринбург». Официальное издание Екатеринбургской митрополии Русской Православной Церкви. Вот тоже я всю ее не прочитал, но вот такие разворотки полностью прочитал. Видите, как она исчеркана? О крещении. Заговорили о благовестии.
о катехизации. Прям как будто с моих книг все списали. Опоздали, голубушки, уже ложки растащили, говорит, из Зимнего дворца. Теперь только по грязи хлюпать. Но и тут же ребенка держит и головой чашечки поливает. Вот он где. А о погружении ни одного слова нет. Почему он боится? Боится. Нашему материалу, который мы раздаем о крещении, равных сегодня нету. Просто в мировой практике нету. Ни у сектантов, да что там, там канонов не признают. Вот она газета. Так, кто хотел его посчитать и вернуть потом? Давайте. Да. Я говорю о том, что как будто бы нас конкретно не касается. Оно касается. Мы с этим благовестием идем по селам. Свидетельствовать будем. Для всех братьев и сестер просьба. Почему у кого есть фотоаппараты, вы не приносите? Это не так тяжело с собой брать. У нас бывают иногда интересные моменты, люди. Вот сегодня я не вижу мухи. Где это, Надя? Рабочий день. Костя, Витя где? Рабочий день сегодня. Витя на работе. Он причастился вчера. Вчера, да? Видите? Не знаю. Не знаешь, он был на исповеди. Тоже фотоаппараты есть. Берите. Просто ну, необходимо другой раз нужно будет. Так. Я вот что заметил. Вот у нас люди, которые к нам были близкие. И они остались в хороших отношениях. Даже некоторые мне стараются какие-то дары дать. Одна там баночку меду прислала и прочее, как Татьяна Аксенова, ну, с других мест. И они стали отдаляться. Она член даже нашей общины, считается, приезжает, причащается. А почему? Она все время спрашивала, а я на клиросе пела, я там просворы пекла. Как только священник на ней стал иметь власть, здесь сразу стало тухнуть, погасать и ничего нет. А до этого она книги везла, распространяла, беседовала. Нет. Это везде. А вот Витина сестра, Ольга, она приняла крещение. У Вити в прошлом году отец с матерью приняли крещение. Она со священниками встречается, но нигде не уступает. Она по-прежнему горит огнем, приезжает и все есть. Вывод какой? Если вы где-то встречаетесь со священником, будьте осторожными потерять то, что вы имеете. Старайтесь им тоже что-то дать. Если они говорят, вот, допустим, на меня говорят, ну, один говорит, вот я батюшке сказал с вами там в интернете, он сказал, это страшный человек, я тебя исключу из друзей, там чуть не от причастия отлучу. Он говорит, ну, я не послушался, я как-то зашел, такого сайта нету, это столько сокровищ, я такие ответы, что искал, батюшка не давал. Я говорю, ты батюшку не теряй, но попроси его сказать, что нашел в мне страшного. Я хочу покаяться, я не хочу умирать страшным, мне охота спасенным быть. Так он не один батюшка говорил, а их было там 15. Вот это да, вот как раз мне это и надо. Ну и что? Не один. Не один. Ну скажите, что конкретно? Давайте 10 заповедей, 7 смертных грехов, там, ну переберите все. Где-то там на церковь сказал, святых отцов. Ну что-то где-то. Ни одного слова по сегодняшний день нету. И батюшки знают, раз нет, они не выходят. А почему не выходят? Так он нас сразу победит. Еще не вышел на сражение, а уже за фашисты. Не годится. Если ты имеешь что-то против меня, скажи мне по любви, если она у тебя имеет какое-то место в сердце. Я тебя-то не... Я ни одного человека не трогаю конкретно. Я говорю, вот это явление, вот это лебезение перед священником, вопреки Слову Божию, оно губительное. А батюшка отлучит от причастия. Меня вчера уже в интернете спрашивают. Ну ладно. Вот, вы выставили фотографии, сейчас батюшка был, это последний раз, тут осталось-то уже 2 месяца. Что дальше будет? Я говорю, я с первого дня сказал, что будет. Община остается, вливать патриархию напрямую мы никогда не будем, все потому главное. Что это смерть. Вот такая община остается, наступил пост, близлежащие храмы пошли, причастились. Мы же не отрицаем благодать Московской патриархии. Так они вас не допустят. Ну, в первую очередь, мы могли бы пойти, чтобы они нас не узнали, но мы пойдем по форме. А вот если не допустят, это как раз то, что нам нужно. Они дадут нам такой материал, что патриарший престол будет трястись. Мы им покажем тогда, какому Богу вы служите, за что людей отвергаете, почему правителей, продавших страну, разрушивших ее, по миру пустивших, сделавших нашу страну посмешищем во всем мире, вы причащаете, вы ласкаетесь, вы целуетесь с ними, а нас причастию не допускать, оно вам не принадлежит. Я добираюсь не к телу президента, а к телу моего Господа. А ты не имеешь никакой власти в этом. Если имеешь, отлучи меня за грех, я буду среди отлученных. Ничего вы не можете. Мак спрашивает, а как вы думаете, они пойдут это? Они непредсказуемые. Но, думаю, 1-2 пойдут, остальные нет.
Они уже сегодня к нам подходят и уже с другим настроением видят. Откуда вы? Вот она, у нас Людмила Степановна ушла. Ушла. Она говорит, как она стояла в форме, как священники. Они, наверное, ради ее полную службу провели. Я как-то пришел в один храм, не где-то, в Тобольске. Батюшка служил там. Ну и к крещению подходят двое молодых ребят. Пока священник пошел там брать мира, мазать. А я подошел и говорю, а вы во Христа-то верите? Верим. А кто он такой? Один так. Сережа, а кто он? Второго спрашивает. Да, говорю, а ты зачем крест? Ну, он говорит, в армию идет, чтобы его там в Чечню там не поставили или куда. А это я с ним вместе. Ну, а кто он? Да инопланетянин какой-то. Или, ну, очень хороший человек. Да кто он? Высоцкий или кто? Друг? Брежнев или кто? Они не могут сказать. Батюшка выходит, я говорю, кого ты крестишь? Они о Христе никакого понятия не имеют-то. Он зашел туда, у него чуть флакончик из рук не выпал. О, это что же, говорит, будет-то? Да он теперь на меня-то, говорит, на... Нажалуется, наклепает я на него. Меня же снимет архиерей. Где мы появлялись, а там все дрожало. И не почему-то, а потому что они сразу понимали, что здесь мы играть не будем. Я доложу архиерею и скажу, в один год 220 архиерейских голов отлетело. Вам мало этого? Вы туда Россию снова гоните? В другом месте подхожу, она стоит уже, штанишки там заголила маленько. Я подошел к ней, а священник точно так вот в алтарь пошел. Я говорю, а вы в Бога верите? А зачем мне это нужно? Я говорю, так а как же ты крестишься? Я коммунистка. Так а зачем же креститься? А БХС на работе там у нас, она зав. Ресторана, и сказали, что лучше. И из где продавщица, там киоск, выскочила одна. Вы о чем с ней говорите? Я говорю, так она не верующая. Батюшка уже все допускает, отец Серапиулу. А кто вы такой, чтобы учить? Я говорю, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Она потихоньку, потихоньку туда зашла, батюшка выходит. Я ему сказал, нет, я тебя так крестить не буду. Он. Я пошли к нему на дом. Это везде. Я случайно попал на сотни тысяч крещений два раза только. И оба на 100%. Вот здесь окрещение. И там, он говорит, сделали опрос. На 100 человек по каким причинам принимают? 70 человек с астрологией связано. 15, чтобы выздороветь, 15 еще. Ни одного не нашли они, который бы крестился, ну, как положено и зачем положено. Это в этой газете напечатано. Вот и все. Нам есть где потрудиться, как работать и что людям рассказать. У меня мысль вот какая пришла при беседе с сектантами. Я ехал мимо вокзала, и там мемориал военный, мать прощается с сыном. И люди кладут венки, там чисто все, с чем это связано, видимо, с 8 марта, там тоже как-то они приспосабливают к этому. Все-таки женский день, мать лишилась сына, видимо, как-то так. Обычно они на День Победы там бывают-то. И мне сразу мысль пришла такая, сектанты поносят иконы, иконы, идолы ломать, сжигать. Я ни одного случая не знаю, чтобы сектанты подходили, но есть глаза у этой матери, не видят, есть уши, не слышат. Почему они не подходят, не гулят этих идолов? Да. Все, все, сели. У меня знакомый в деревне был, и они с товарищем подрались. Выпили там где-то в общежитии, и друг друга за грудки схватили. Там, а когда за грудки схватили, они в стенку-то друг друга толкали. И сорвался портрет Сталина. И он на него, он его не видел даже, и он на нем топтался. Все, тюрьма. И пошел считать ступеньки в подвалы. Вот как. Он даже не видел. Солженицын пишет. Хорошая портная. И она обслуживает не какую-то, а там жена министра-то. И она в зубах держит эти иголки такие, которые материя схватывает. И она не видит, и одну иголочку воткнула, лежала газета, и там портрет Микояна. Или Кагановича. И она воткнула прямо в глаз. А та заметила, когда она мерила, говорит, а ты иголочку-то воткнула, так посмотри куда. А там, ой, да я не видела, прости меня. Она доложила 10 лет. 10 лет. И никто идолом не назовет. Вот, вот и вся патриотическая деятельность сектантов против икон. Они страшно боятся за свое благоутробие. Они не пойдут мерить лагеря. Нет, зачем это нужно? Это отделенные баптисты шли. Те шли за Слово Божие. За благовестие, чтобы сохранить детей. Это настоящие были патриоты. Патриоты высшего плана. Это я говорю про тех, которых очень хорошо знаю. Кто скажет, когда обыск скрывается? Мне хотелось бы хоть раз посмотреть.
Вчера уж ко мне приехал человек, он каждый год меня возит посмотреть его. Но я не успеваю, когда она вскроется, узнаете, позвоните. В начале апреля, это числа 10-15. Да. Не раньше. Никак? 20-го. Не раньше 15-го, не раньше. Так что живите пока спокойно месяц. Иногда 11-го было. Так, я еще одно дело скажу. Сережа, ты знаешь, что собака самая высокоорганизованная, умное животное. Но я скажу, и кошка что-то понимает. У меня две кошки. Одной там 6 месяцев, а другая ее мать. Мы, когда ребята мои сходят, утром-то, заходят и коридор закрывают. А я тогда кошек тоже, чтобы они не мешали. Они ночью ничего. А тут начинают играть, бегать. Ну, мешают. Тогда я их выбрасываю туда. Старая сразу поняла, как только они с улицы заходят, она бросает играть, и под тумбочку ее оттуда не достанешь. А молодая стоит и ничего не понимает, что. Я ее тогда беру, она такая, и туда я выбрасываю. Это сидит, не достанешь. Мы разговариваем пока, подготавливаемся, но и начинаем читать, Боже, милости, будь мне, говоришь, 3 поклона еще не сделаем, она уже вылезла, села на табуретку, рядом сидит. Знает, что на молитве мы ее не тронем. Откуда она это знает? А теперь маленькая-то у ней тоже стала учиться. Как только те заходят, и она с ней шумит, ну я тогда сделаю, как, зачем кошки-то бегают. Маленькая выйдет, она любит бегать, но ни в жизни выйдет, даже лапу не покажет. Я подумал, умное животное и кошка. И притом это каждый день. Мы говорим, Господи, откуда у нее это? Такая же она маленькая-то. Так что, когда услышите, где-то пахнет, говорит, мясом, не спешите туда. Один говорит, я побежал, думал, шашлык, а там осла клеймят. Тавро ставят. И там, где мы видим, что-то обещает мир, мир ничего доброго нам не даст. Мы должны доверяться Богу. Кошка доверяется нам. С самого незначительного делайте для себя вывод. Так, теперь у кого мои книги, просьба переписать количество пачек, какого тома мне принести данные. Я должен это знать. Вот у меня все на сегодня. Вопросы? А, вот. Так. Ну-ка, Татьяна Александровна, подойди сюда. Выйди сюда. Вот, посмотри. Я специально потрудился достать, ко мне на дом приехал художник, фотохудожник Волобуев, привез эту, все, и вот в эта самая фотография, под которой была надпись, на, посчитай вслух, какая там была надпись. Я единственное, что добавил в нее, телефон Волобуева, возьмешь и позвонишь, читай. Второе фото Натальи, где она во время бракосочетания пьет из чашечки, вот такая учинена Волобуевым надпись. Я ее первый раз увидел там. Сладкая чаша горькая. Самая красивая девушка в общине была Наталья. Она была не просто красавица по-современному, но и все же по-особенному, чистой, незамутненной, именно русской красотой. Бог не обделил ее еще и пытливым умом. И хотя она беспрекословно соблюдала все, что положено истинно верующей девушке, замуж ее выдали позже всех молодых. Уже не Наталья была в этом виновата. Парням казалось, она умнее их. Так бы оставаться ей Христовой невестой. Да случайно познакомилась Наталья с православным болгарином из Америки по интернету. Вроде ничего в этом предосудительного нет, но и письмо он от тамошнего митрополита выправил. Без этой визы, в кавычках это все. Наши общинники даже и разговаривать не стали бы. Всегда так. Ну вот и разведен он, да и с лица воды не пить. Но не дай Бог, чтоб сладкая чаша оказалась все же горькой. Так, дальше кто-то еще есть? Все, ничего больше нету. Так, тут телефон нашла? Нашла. Нашла. Так, желаешь позвонить ему? У вас мнение такое, что я написал? У вас какое основание мне не верить-то? Я первый раз это там увидел. Меня вот затронуло. Нет, не надо, сейчас я об этом. Я говорю, у тебя, у меня затронуло, да меня много что трогает. Так, желаешь Волобуеву спросить, скажи, Саша, ты его Александр Павлович звать. Так, вот телефон есть, кто желает. И он маленько спрашивает, что теперь, что тут обидное? Чужих собак. Я в этом ничего не нашел. Во-первых, Волобуев к нам расположен. Он ничего нет. Рассказывает. Ну, что он сказал не так? Не обидного, но вот это вот. Как-то касается вот чисто только ее, выходить ей замуж или не выходить. А кто зачем? Неправильно ну, как же так? Выносить-то вот это вот? Да это все и в газетах везде всегда пишут. Ну, вот вчера интересно, слушайте, вот вчера какая-то артистка, я не знаю она, повесилась.
А он артист, я фамилию его забыл, Старобогатов или какой-то. Что он с ней... Какой-то. Да нет тут такого старобогатого. Ну, какой-то, кто-то. Он с ней познакомился. Пороховщиков. А, Пороховщиков. Она на 30 лет помоложе. Пороховщиков? Да. Пороховщиков, о, это известная. Да, значит, что? А у него молодая жена. Я сейчас скажу, молодая. Он с ней познакомился, когда ей было 13 лет. А в 14 он с ней уже жил. Это она все теперь говорит, и все это выставлено. Но он, видимо, курил. У него там закупорка на ноге, да. И, наконец, ему отрезают ступню. И она говорит... Я не выдержу это, я все оттуда считаю ее. И написала, и подруге позвонила, что я ухожу из жизни, то другое. Она позвонила в полицию, полиция сразу не приехала, приехали, она, вот эта переносная, которая шнур-то, она на лампу и повесилась. Уже 40 минут, как она мертвая была, один пес, который обрезал. И начинаются теперь отзывы. Какие отзывы? Ну, отзывы, во-первых, какой он, даже фотография она у него на плече. А другие говорят, вы что говорите? В первую очередь, это педофил. Его надо было судом судить. Да, правильно. В первую очередь, с несовершеннолетней живет. И больше ничего не надо было делать-то. Почему закон на нем не сработал? А теперь вы что говорите, о ком говорите? Не забывайте, вы говорите о развращенце. Понимаете, это все выставлено, и никакой обиды нет. А теперь что? А теперь родственники за квартиру, ну, еще будут определять. Своей или смертью. Но она, говорит, подруге позвонила сама. Подруга успела в полицию, сама поехала. Приехала, уже опоздала. Ну и там, говорят, могли бы пораньше, могла бы дорогой быть ехать, ее отвлекать, и потом бы зашла, ее бы не допустила. Ну это какие отзывы? Ничего обидного в этом нет, это наша жизнь. Одно только всегда нужно говорить, правда или неправда. Я вам говорю о Волобоеве, 23 года там ездит. Очень мягкий человек и очень-очень добрый. Нам многим множим у него поучиться. И сказать, что он со зла что-то написал, он выразил как мог. Ни под одной фотографией я никогда не видел такой пространной подписи. Я ее не мог там прочитать, потому что там уже спешили. Но я увидел, что-то там есть. Я с ним позвонил и сказал, Саша, мне нужна это. И он пришел на дом и мне принес. И вот я теперь снял и вам показал. Все. А уже нравится, не нравится. Вот ей не нравится, что я сделал такой отзыв. А о ком сделал? Он помещает книги на весь мир. Ты что за него ратуешь-то? Зачем ты заступаешься за него, когда он-то не заступается за себя? Наоборот, он бы мог скрыть это, а он взял и напечатал, книгу напечатал. А книга эта на весь мир разошлась. Он очень популярный игумен. Да вот такие. Может быть, один из самых популярных. У него и патриарх там бывает и прочее. Так что за своими чувствами нужно смотреть. Да, мне не нравится. Знаете, как партийные группировки Зюганов... Но его избрали, он уже президент. Все мои личные амбиции за бортом. Помогайте строить страну. Мы голосовали, вот, проголосовали, вот у нас написано протокол. Нравится, не нравится, он уже принят, и все. С повестки снято. Теперь только так. А вот он теперь такой-то Иван, такой-то Никита, такой-то Илья. Теперь познакомился с девушкой, вот под эти статьи теперь смотри. В общем, у нас больше этого не будет. Ты на исповеди сразу об этом скажешь. Мне не нравится очень многое, что где-то, но я нахожусь в этом государстве. Ну, на дороге тебе же многое не нравится, как шоферу. Ну, ты раз ты получил права, ты подписался соблюдать их, поверь. В этом сказано все. Как одной мусульманке шейх отвечает, сестра, ты мусульманка, все вопросы сняты, надень хиджаб. Ты мусульманка, ты христианка, оденься прилично. Ты христианка, не бойся нигде совершить крестное знамение. Тогда будет видно, что мы не поддельные, не лживые. Мы действительно возрожденные Духом Святым. Мы действительно желаем Богу угодить. Умело или неумело, но у нас не пляшут, не кувыркаются люди. Они стоят прямо, молятся. Она будет вот. Отвечать за себя. Вопросы? А кто? Я вопрос... можно скажу? А кто забирает? А? Можно сказать? Давай. Я хотел вот что сказать. Тут у меня был разговор с Галей, и реплика сейчас была Марии Яковлевны. На это. Я хочу так сказать. Дело вот в чем. Те, кто уходят из общины, мы их не можем ничем поддержать. И я только один вывод сделал, что эти люди не захотели, чтобы мы были, любили друг друга. Любить друг друга, это значит друг друга. А я могу любить ее, да на расстоянии могу 15 тысяч километров любить. Но она уже не покажет мне той любви, потому что она далеко. И я не могу поверить теперь, что уйдя из нашего общества, людей, которые согласились любить друг друга, которым Христос это рассказал, и не просто рассказал, а положил на сердце, и мы это приняли, как уверовавшие во Христа, родившиеся свыше, и теперь уйти добровольно из этого общества, как у нас сделали не одна только она. И мы теперь не можем показать этой любви на них.
Мы не можем повлиять никак на их жизнь. Но что эта жизнь будет идти у них к лучшему, пока что еще ни одного примера нету. Один пример только есть перед нами, вот он снимает как раз. Это единственный, кто оттуда вернулся, который, как его вытащили от этого колодца, непонятно. Больше никто не возвращался. Все в страшной бездне. Некоторые еще и видно лица как-то, а другие смотришь, смотришь, уже одна чернота. Так догадываешься, что кто-то там еще есть. И вообще на неизвестно, какие так что ты не заступайся, все одинаковые. Не заступайся? Да. Так, подожди, не надо, он встать отдельно, друг за другом говорит. Я говорю о церкви. Я уже столько проповедей прочел. Сейчас возражений не надо, молча, помолчать. Вы не можете молчать. А я не Златоусти, и все проповеди, Мария Яковлевна, я направляю к вам, в частности. Очень сильно всегда пытаюсь, что вы... И вот когда говорится о любви, вы знаете, что это к вам проповедь. Я вас в этот момент вспомнил. У вас не должно быть никаких повреждений духовных. Вот эта вот община, это одна семья. Да. Это тело Христово. Для меня, да. Вчера это было так... Так почему только для вас? Вы должны стремиться, чтобы дочка ваша это знала. Чтобы те знали, и эти, и другие. Пускай они знают, что тут их семья была всегда. И они оторвались. Они блудные дочери и сыновья, а не мы. Мы здесь, какие бы мы ни были с грехами и так далее. Но вы сегодня выслушали одну проповедь. Батюшка сказал вторую. Поучение Игнатия Тихоновича постоянно слушаете. Вы слушаете, а они этого не слышат. Да, у них там, кажется, все тоже идет жизнь, у них голова, две руки, две ноги, но они не в церкви Христовой. Вот в чем дело. Мы в церкви вот здесь находимся, вот наша ячейка, это церковь Христова. Почему Игнат Тихонович рассказывает об этом игумене Сахарове? Это потенциальный батюшка, который может нас окормлять. Он должен быть в церкви Христовой, надо его как-то приблизить к нам. Когда не будет где, мы можем к нему прийти, потому что видите, он как лояльно к нам относится. Причем на каком-то внутреннем уровне, на духовном чувствуется. Это совсем близко человек к откровениям Наталья Божьим. Наталья посты соблюдает, в церковь ходит. И тем не менее, я еще раз хочу сказать, что добровольное отшествие из нашего общества, людей, которые здесь, это говорит не просто о многом. Это стоит недорогого, это ничтожное то, что было сделано. И все это потом выявится все равно. Вот все равно выявится. Потому что еще раз хочу сказать, из почти 50, помоги, Господи, из почти 50 братьев и сестер, которые ушли из общества нашего, прям зашли и вышли, почти 50, может быть даже чуть побольше, еще ни один не пришел назад. Не тот человек, чтобы погибло сразу. Ни один. Я не говорю о погибели. Я говорю о том, что еще ни один духовно не возрос. Почему? Вы видите, как сейчас Игнат Тихонович пытался дать письмо. Вы знаете, сколько писем у него переплетенных у меня стоит? Вы одно письмо не можете написать. И я тоже в том числе. Я поясню, он что... Он тысячи их написал. То, что у меня осталось, когда КГБ сожгло, вот здесь, в Крымском суде, две большие кучи. У меня сейчас в моей переписке 77 переплетенных томов по 650 страниц. А здесь одно письмо, и сидят, руки сложили. И о чем тогда можете говорить, какой совет дать? Это называется эпистолярное наследие. Это так интересно. Да, конечно, у меня где книги стоят на полках, и другие книги. Люди приходят, в первую очередь за письма берутся. Это живое общение. Там и фотографии заложены, и снимки, и билеты, где ездили. Все вы наши проповеди встречи. Вы еще, я вижу, до конца не поняли, кто будоражит вашу душу, кто вашу совесть разжигает. Вы не поняли еще этого? Да их давным-давно нету там, Наталья не тот человек. Знаем мы не тех, и тех знаем. Вот это вот братья наши вот сидят, про которых в письме было сказано, что какие они там, братья, засушенные или как слово там? Мягкотелые, да? Вот мягкотелые, вот смотрите, вот они все мягкотелые перед вами. И вот любого возьми, вот Андрей, он мягкотелый. Илья, понятия вообще неизвестно, кто такой, Мямёва. Брат Николай, ну побольше немножко у него тела, потому что он на машине помогает. Василий вообще не поймет, что такое. Ну только борода выдает мужика. И Вадим бьется за свое существование мужчины со страшной силой, но пока как рыба в лед. И так далее, всех перечислите. Вот наши какие братья, сестры, что о вас-то сказать? Единственная поддержка, что молитвенницы, одна поддержка, что вы где-то сидите, я всегда думаю, и молитесь обо мне сейчас, да, потому что да. Все спорится, думаю, но это только молитва церкви может быть. Так все, что от вас осталось,
И вы хотите сказать, что из этого общества уйти, это последнее уже что сделать? Уйти и затем, главное, вы, ну почему в глубину-то не смотрите? Да пускай женятся, пускай детей рожают. Но только общество церковное еще есть. Почему я не уезжаю никуда? А ты приехал в нашу общину. Так я наоборот приехал из-за 7000 километров сюда. И сразу как увидел все. И жене тут же позвонил этот день, она, это сектанты. Я говорю, нет, это не сектанты. Ты что, я что, православных не узнаю? Да не может быть, чтобы люди там собирались, православные, вместе читали Библию. Это вообще непонятно никому было. Она приехала, сама тут побыла и все равно не увидела. Почему? Потому что женщина. Игнат Игнатьевич сказал про женщин. 8 марта вам в подарок. Через женщину падение человека произошло. Поэтому вы думайте, женщины. Прежде чем, сестры, женщины и сестры, я имею в виду. Прежде чем начинать кого-то защищать. Кого? Да мы не защищаем. Мы показываем этим любовь. Это страдание нашего сердца показываем этим. Или я не целовался с Натальей, сколько раз тут прощения друг друга просили. Все, давай поцелуемся. Расцеловали, все, попросили прощения. Десятки раз. И все почему? Потому что она искала, она пыталась что-то найти. Но в конечном итоге тернии заглушили все это. Почему? Вот тоже мягкотелость. Другие, поддержка. Других, ну, мы должны немощи брать и носить. Мы не смогли пронести. Почему? Потому что как только человек закрывается в ракушку, ну, три свойства, помните. Первое, это скрыться. Второе, ропот. Ропот. И третье, бегство. Ропот, скрыться и третье бегство. Три, все. Это и есть все. Ропот это уже обида. Все. Ропот это и есть обида. То есть ропщит человек, ропщит. То не так, это не так. Потом скрывается, его нигде не видно. Куда пойдем, нигде нету. На благовестие нету. И все, кто, вот сестры, братья, все, кто уходили, на благовестие не было. Ну там про Славу Волкова не говорим, у него жена никуда не ходила, она его и утащила. Это и свинцовый груз на него, удилище, как сегодня говорил проповедник Дмитрий Херсонский. Заглотнутый крючок, это редкость большая просто. Да и то Славик вот сейчас видится, он прям видно, у него аж глаза горят, ему интересно все. Но не может уже всплыть, все, уже там всю брюховину, видать, уже крючком зацепило. А остальные все, никто не ходил и говорили прямо, что нам это и не надо. Или кто-то сходили там раз-два и потом, ну мы не так думали. Ну ты так продолжай как думать. Вон Игнат Игнатьевич трепещется же. Он как лягушка-то на сметане. Прыг, а масло собьет и запрыгнет до Царства Небесного. И потом, ну что, дальше. И все, и нету его. И как сказал брат Польгуев, и будете как воробьи на помойке. Или как крысы с тонущего корабля в море бросаться. Давайте бросаться. Заканчивать об этом. Давайте, все, хватит. Уже надоело. А я только начал. А я вот только разошел. Надоело слушать. Почему? Потому что... Уничаете, оскорбляете. Зачем? Ну, кого я оскорбил? Ну, что все женщины. Так, сестры, не ропот, а скажи. Отдельно имеешь слово, стань, говори. Ну, что, ну, все нету. Поэтому с места просьба не говорить. Если имеешь слово, мы даем слово. Но это нам... Игнат Тихонович, собрание... Сказали, хорошо. Все, мы вас прослушали. Так, кто имеет слово, ну, поднимите голову, вы сюда пройдете. Все, выходи. Говори. Я считаю, что вот эта беседа, она очень нам всем очень нужна. Она просто злободневная. Потому что это настолько вот эти язвы, они не только вот из тех, кто ушли. Они постоянно разжигают каждого человека. Без подстрекает постоянно каждого из нас. Неужели мы не распознаем этих врагов? Почему мы не можем поговорить об этом? Потому что сегодня они, а завтра кто-то из нас, а послезавтра еще кто-то уйдет. Так давайте будем говорить об этом, чтобы открыть эти раны. И зачем, Марья Кольна, ну в корне вы не прав. Давайте будем мудрыми. Нам надо это все обозначивать, называть своими именами. Так, нельзя выставить. Ну, помолчи, Мария. Потому что не случайно ушли девчонки. Ну не случайно они ушли. Понимаете, это... Мария, да ты что с тобой? Ну, семью захотели. Ну, это одержимость уже, не можешь язык удержать, это одержимость. Потому что это грубый признак одержимости. По жизни не бодрствовали они. Наталья, я знаю, у нее обида была, она не терпела обличений, вообще никак. Она не терпела, других она обличала, а по отношению к себе никак не терпела. Она вот переживала это очень тяжело, каждое обличение. Нам надо, наоборот, усилить молитву за каждого из нас и видеть каждый свое, вот именно вот своего младенца, которого надо разбить о камни. Давайте будем говорить, Игорь, говори.
Ну, я хотел сказать здесь, опять же, когда человек говорит... Когда... Сестры, вы потом будете искать, не найдете ни одного слова. Помолчите. Когда человек говорит, ты обижаешь нас и унижаешь, вы этим просто меня возвышаете. Да, меня возвышать так не надо. Я обижать вообще не умею. Запомните. Я специально ни одного человека не ударил и не оскорбил и не обидел. Начиная вот с такого, с младенческих лет. Меня за это специально собирались группами. Девчонки собирались побольше группы. Парни собирались в школе и били за то, что я никому не пристаю никакой группировке. Потому что все группировки это злобные были существа. По одному разговариваешь, как соберутся двое-трое, сразу злобные. Ну почему-то того надо заклевать, а я только что с ним разговаривал. Мы только с ним сосиску за одним столом вместе ели, смеялись, радостные были. Жизнь продолжается. И все это, и здесь у нас происходит то же самое. Понимаете? И я не могу ни к какой группировке пристать, а группировки были. И такая была сильнейшая группировка Саши Дмухи. Молодежь он собирал здесь. И это он продолжил. И он увел в конечном итоге от баптистов. А предупреждали баптистов. Вы кого берете? Они взяли его, все. А потом я встретил одну баптистку на улице, благовествовал. И начали говорить, так Саша Дмуха мы знаем, ну про общину. Он у нас, говорит, молодежи ведет. Я говорю, молодежи, вы доверили ему. Это же, говорю, волк, говорю, или козел в огороде. Вы что, с капустой? Она... А я вот так вот на него посматриваю, мне что-то вот у него не нравится, вот как-то он что-то вот, что-то у него такое. И буквально там что-то через год он раз увел людей от них. А сейчас все опять один, никого нету. Леночка, говорю, Лена, сколько там у папы людей-то осталось? Это года два назад, наверное, спрашивала она. Да вот там человека три, наверное. Сейчас, говорит, никого нету, все, разошлось. Почему? А зло выборочно не бывает. Зло распространяется на всех, кто остается с тобой. Ты их будешь всех погрызать в конечном итоге. Злобой погрызать. А что такое злоба? Да это отвод от Царства Небесного, от Христа. А я-то вам тут рассказываю, чтобы вы наоборот все дружно жили, вместе никуда не уходили. Что я плохого сказал? Да оставайтесь в ограде церковной. Вас там волки сожрут. Не уходите из церкви. Вот я обидел. Где я обидел-то? Наоборот, я призвал вас. Да нет, потому что... И не только вас, и не только сестер. Я, во-первых, сначала о братьях сказал, что они мягкотелые. И кому это понравилось из братьев? Да никому. Не понравилось. Сестры, к вам просьба. Вот такие какие-то картонки, где-то заходите в магазин и везде начинайте нарезать. Просто я покажу, какой. Пока не режьте. Приготавливайте. Нам очень много потребуется для благовестия. Если машина будет пригнана, если молитесь, сейчас уже все уже в пути. Но дальше-то мы еще не знаем. Команда не укомплектована. Дальше что требуется к машине, к Евангелиям? То есть определенно мы что-то сэкономим с этим, то, что нам пригонит пищиков, но за 700 тысяч мы, конечно, далеко зайдем. Нам надо шоферам будет платить. Поэтому кто щедро сеет, щедро пожнет. Я не беру, а отдаю. Вот вас, ну больше авантюриста, говорится, чем я трудно найти, представь себе. Вчера только своими руками, вот так вот, такая пачка, и я деньги отдал. Позавчера, все. Сколько здесь? 627, говорю, все, идите. А это, для этого мне потребовалось ровно полдня. Вот и все. Ну теперь взвесим, твое слово будет иметь силу, или мое. Если я теперь, я раб, чей-то раб. Написано, должник делается рабом взаимодавца. Но я это все помолился, я говорю, и даю, помолимся. Я к ногам Иисуса положил это все, Господи. Все мое имение, у меня все подписано, моего ничего нигде нету. Совершенно нигде нету. Я всю жизнь платил 90%, 90%, 9 десятин. А у меня сейчас вот за зиму идет 10%. Все. Сколько приходит, столько и уходит. И я сыт и здоров. Я даже не понимаю ни цены деньгам. Говорит, это такая сумма, а у меня нет соображения никакого. Совершенно нету. И поэтому Господь взял у меня вот это тряпочное звено, и через него вот под каждой зарплатой, говорит, миллион банкнотов. Поэтому меня, если располагаю вас, вызволяйте из плена. Но главное это для нас благовестие, любовь ко Христу, и мы это сделаем. Я вам сказал, не будет ни рубля, все будет сделано. Мы любим Бога. И я ощущаю вашу помощь в молитвах каждый день. Я вам сказал сегодня о болезни не случайно.
Я сегодня Виктора Андреевича подошел, постучался, я подходил, как ты думаешь, какая это может быть болезнь? Я не считаю за болезнь. Он разные признаки болезни спрашивает. Я говорю, может, рак этот? Но мне успею я до осени на благовестие иметь, у меня только одна цель. Больше ничего меня не интересует. А сколько? Да полгода, примерно, я замечаю. Но я не считаю за болезнь, вот в чем дело-то. Я умом это соображаю, а телом как бы и не ощущаю. Вот Господь как удивительно это делает. Я не обращаю внимания, что у меня тело есть, я как будто вне тела где-то нахожусь. И о ком мы говорили, тем более вот о Наташе, вы знаете, насколько она для меня дорогая и близкая. День и ночь в молитвах о ней. Но виденное ею Господь ей показал, требует особого внимания и заботы. И, конечно, в первую очередь тот, кто с ней. Он ей дам, я ему сказал, ты спаситель для нее. Ты спаситель! А перед этим я сказал, для меня, Наташа, лучше было бы, если бы я услышал, что ты умерла. Что с тобой сейчас делает? Ты полностью ушла в мир. Для меня легче было бы это перенести, если бы ты в вере умерла, была на небе. И Бог дал в России, на континенте, нигде не нашлось, только из океана Бог нашел этого спасителя. Я все перечисляю по частям, это только для нее. Это Бог ответил на мои море слез, которые я за нее пролил. Это Бог так сделал. И поэтому говорить, если желаешь, говори на молитве. Это Бог знает, где и как. А отношения, она против, ей вот это не надо, она это назвала там как-то. Меня это запредельно далеко от меня. Принято, повешено, теперь смотрите. У меня хорошая дружба есть по интернету, но невест я уже не ищу. Да и не искал бы. Они от меня шарахались бы. Слишком не тот запах. И поэтому я вам сказал, для того, чтобы молились. Молились. У меня ни разу не было, ни одного дня, ни ночи, чтобы за ней не была молитва. О чем? Спаси ее, вложи в руки меч. Я понимаю, это переломный момент ей в жизни будет. А она видела страдания, как она пишет, неописуемое, море крови. Но она видела только во сне меня и Татьяну. Я все время где-то впереди ее со свечой иду, как она видела два раза сон. И порой Татьяна плачущая. Вот и все. Я это принял как обязательство от Бога. Я обязан вести ее. А как, я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Ко мне вопросы есть? Так, я попрошу на будущее, когда здесь идет, с места не выкрикивать. Это неприлично, нам это не годится. А я не могу удержать. Это беснование, признак беснования. Удержи язык свой от зла, откуда их речей. И приблизишься к Богу. Мы многое творим языком. Язык, говорит, укротить никто не может. Это неудержимое зло и сто. И говорим, когда не могу удержать, это злые слова вырываются. Добрые слова, их даже держать не надо, они слагаются в сердце. А злые, они вырываются, не надо этого. Вот особенно сейчас эфир наполнен ненавистью к Путину Владимиру Владимировичу. Он мне не друг, не брат. Но это наш президент-царь. Я всех прошу усилить о нем молитву. Ему грозят, его за решеткой рисуют, его называют. Он у ребенка где-то, действительно, ребятишки были, он взял рубашку, поднял, а тут мать стоит, и ух ты, хороший мой, живот поцеловал. Ты скажи, из этого развели такую срамоту сейчас. Ребенка в животик поцеловал. Да ребенка, если его в попку поцелуешь, никакого греха-то нету. Конечно. Понимаете, что вам маразматики нужны, какие были тогда в Центральном комитете? Он все может делать. Он, по крайней мере, вот это, что сейчас есть, он говорит, разложил армию, то другое, а я в интернет выставил. Если мы знаем, что страна должна рухнуть, то он молодец, меньше крови прольется. Бог так сделал. Вот он что делает сейчас? Это для меньшего пролития крови. Потому что мы-то знаем, написано. Написано, это сбудется, обязательно Антихрист будет, обязательно. Но к этому он подводит, он другим не может быть. Народ, я не избирал. Я никогда не голосую, но я молюсь каждый день и ночью за него. Я вас всех спрашивал, какая молитва последняя, когда ложитесь спать? Помните? Одна молитва, одна. Господи, как бы мне не проспать, без будильника встать. Еще ни разу меня Бог не посрамил, ни разу в жизни. Я смертельно усталый, весь день работал. И ложусь поздно, вставать 4:40 всегда. И все равно Бог поднимет. Да еще вздрогнешь, как сначала кто-то стучит как бы в окно. Или дыхание прямо над ухом услышишь. И не дай Бог не встать. Я вам рассказывал про одну сестру, Аню Долгову. Сначала, говорит, я слышала стук, а потом дыхание, а потом слышу нежный такой голос, говорит, Аня, вставай. Я бы назвал Нюра, вставай, но ее Аня звали. И однажды она мужа приняла с завода, он пришел ночью, только легла. Но легла, может, минут 10 прошло, она говорит, я измоталась после
Она с мужем в люльке была, мотоцикл перевернулся, у нее такие тяжеленные операции были. Но она больная была, телесно. И я думаю, я же только что вставала, а холод в избе такой. И я не встала, все, больше ни разу у меня не было. Теперь надо два будильника ставить. Он нежное, тихое веяние ветра. Вот я бы сейчас потерял, даже вот я сяду так днем, отдохнуть надо минут 15-то. Но я посмотрел на часы, но я могу заснуть на час, у меня на таком натяге идет. Господи, 15 минут, ровно через 15 минут кто-то стукнет или что-то, а никого нигде нету. Это Господь. И особенно это было в тюрьме. Ни разу не лечь, больше года по 5 тюрьмам шел. Ни разу. И на 2 часа раньше, чтобы вставать, там подъем 6, а меня чтобы 4 поднимал Господь. И ни разу нигде не было, чтобы не совпало. Я моим Господом хвалюсь, какой он добрый, как он любит. Как он слышит, как он отвечает. Не мне заниматься вот этими тугриками, десятка там тысяч, тут другие деньги нужны. Но это все дорого, я благодарю, кто в этом участвует. Вы как бы веревку вьете, меня сейчас из ямы вытаскивать будете. Вот и все. Поблагодарим Бога. Да, я хотел еще сказать, что Марина вылетает в среду. Ночью и в четверг здесь будет утром она. Она была где, во Франции? Она во Франции была, в Москве. Ну, там по родственникам ездила. А что она ездила во Францию? Кто-то приглашал или как? Да, там брат родной у нее. Достой на истинного истину, положи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Боже, Отец наш Небесный, мы просим, услыши нашу молитву во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. О чем мы рассуждали, в чем мы нуждаемся, исполни сие. Помоги нам в этом деле благовестия, приготовь все необходимое. И путешествующую сестру Марину благослови. Утиши сердца тех, кто отступил, кто пал, и восстави их. Только ты знаешь, как это сделать. Защити это место. И правителей наших обильно благослови, дабы издавали мудрые законы. Услыши молитву всех святых, на небе и на земле, молящихся к Тебе. Мы к Тебе простираем руки, наш Господь и Бог. Услыши. И соедини нашу молитву с молитвами ангелов и архангелов. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос. Слава. Оля. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже. Толкование прочитаем или у кого? Конечно, толкование. Какие мысли есть? Да что там мысли? Толкование читаем. Толкование блаженного Филакта на эти стихи. Все мы люди не одинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол, осуждаем подобных себе. Итак, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит: «Итак, неизвинителен ты». То есть ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых, поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающий, делающих то же, что и ты делаешь. Кажется, что слова эти относятся к правителям, особенно же к римлянам, как тогдашним властителям вселенной, ибо судить есть дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку, ибо всякий человек может судить, хотя бы и не было у него судейской должности. Итак, когда осуждаешь, говорит прелюбодей, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Но я хочу по этому поводу сказать, часто путают осуждение и обличение. Особенно вот когда люди не духовные, им начинаешь их обличать. А что ты меня судишь? Не суди, да не судим будешь. Как бы вот. А на самом деле не трожь меня, за собой смотри.
Вот, поэтому место Писания, где говорится, не судите, да не судимы будете, там не точка стоит, а запятая. Вернее, другое место Писания. Нет, что ты, что ты видишь, замечаешь, сучок в глазе брата своего, а бревна в своем не видишь. Там стоит запятая, и дальше продолжается. Вынь прежде бревно из своего глаза. Да. А потом узнаешь, как сучок, как брату помочь. Вот. То есть человек, который вынул из своего глаза какой-то грех, например, тоже прелюбодейство, ну перестал блудить. Почему я не могу теперь осудить того человека? Не сказать ему, зачем ты это делаешь, это грех. Он мне теперь уже не скажет, а ты сам такой. Потому что я-то уже вынул сучок. И поэтому это уже будет не осуждение, а обличение. Осуждение это когда человек, тут написано, судишь другого, осуждаешь себя, потому что судят другого, делаешь тоже. Поэтому про святых еще сказано, что разве вы не знаете, что святые будут судить мир? А как судить же грех? Так вот в том-то и дело, судить грех в том случае, когда ты сам в этом грехе, тогда ты, получается, осуждаешь. А когда ты избавился от этого греха и указываешь на другим, на грех, это уже будет не осуждение, а обличение с целью исправить, а не просто. А некоторые вот тут думали, что раз они имеют власть судить, вот правители римские, ну вот он, например, ворует, а я его раз в тюрьму, а сам приворовывает. И он, ну я же вора посадил, поэтому мне как бы все с рук сойдет. Я же как бы борюсь со злом-то, воров-то сажу иногда, взяточников там вот. А здесь вот апостол Павел говорит, судя другого, если ты вора садишь, а сам воруешь, так ты сам себя судишь. Почему ты сам-то следом за этим вором в тюрьму не идешь добровольно, явку с повинной не пишешь? Как бы вот так вот. Ну что, продолжим? Второй стих. Или у кого есть еще какие реплики, замечания по осуждению, обличению? Давай второй стих прочитаем. Второй стих. Развитие событий будет. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Толкование. Дабы кто не сказал о себе, кавычки открываются, я доселе пролюбодействовал и избежал суда, апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывают, а другой, хотя тоже делает, избегает наказания. Но у Бога не так, ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Что, третий, шестой или? Давай. Третий, шестой. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Вопрос. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Вот толкование такое уже более такое длинное. Как бы разворачиваются уже события. Выше сказал, что воздаяние дурным людям за заблуждение и почитание тварей заключается в тех самых несчастьях, которым они предавались, потому что самая нечистота была достаточным наказанием для них. Теперь открывает уже для них и наказание. Для тебя, говорит человек, есть и другое наказание. Ты не избежишь суда Божия. Как избежишь ты суда Божия, когда не избежал своего суда? Ибо в чем осудил ты другого, в том произнес приговор на самого себя. Если же ты полагаешься на долготерпение Божие, потому что еще не наказан, то эта ненаказанность служит большему наказанию для тебя. Ибо долготерпение Божие спасительно для тех, кто пользуется им к исправлению себя,
а для тех, кто употребляет оное к умножению греха, оно служит большим поводом к наказанию. Не по своей природе, но по жестокосердию таковых. Дальше тут собираешь, говорит, себе гнев. Не Бог собирает тебе, но ты сам собираешь себе. Как это? Своим непреклонным и жестким к добру сердцем. Ибо что может быть жестче тебя, когда ты ни благостью не смягчаешься, ни страхом не преклоняешься? Далее, сказав о дне гнева, присовокупляет откровение и праведного суда от Бога. И справедливо, дабы кто не почел суда действием гнева, откровение говорит всего. Поэтому воздаяние сообразно тому, что открывается, а вследствие этого и суд праведный. Здесь правда не всегда одерживает верх, потому что дела скрываются, а там за откровением следует суд праведный. Заметь это место, сличив его со следующим. «Ожесточу сердце фараона». Исход 4 глава, 21 стих. «Ибо Павел изъясняется почти теми же словами». Ну что, брат, скажи что-нибудь. Что-то я прочитал как-то так. Ну, дело все в следующем. Если разбираться поближе, рассмотреть эти места, это местописание. Это как вчерашнее чтение батюшки грехов. К кому относится, непонятно. Но есть частью, конечно, и к нам тоже. Но если бы это такой человек у нас нашелся в общине, как вчера грехи прочитали, то этот человек, значит, еще ни разу не был на занятиях, по Слову Божьему. Это чисто московская патриархия. Пришел первый раз человек. И чувственно, просто чувственно определил, что ему здесь нравится. Церкви, как обычно говорят. Я тут почувствовал какое-то облегчение, какую-то благодать, слезы там полились, еще что-нибудь. То есть о вере разговора никакого не будет. Так и здесь тоже. Почему мы читаем и нету никаких слов, никто ничего сказать не может. А что сказать-то, если разговор идет о неверующих здесь? Тут апостол Павел почему-то пишет к неверующим. Вот надо что определить. То есть задаем вопросы. Кто сказал? Кому сказал? Когда сказал? И зачем сказал-то? Определив эти четыре вопроса, мы сейчас спокойно эту главу прям заглотим быстренько и все поймем сразу. А так будем читать и думать, о чем он говорит нам, кому? Нам зачем это какие-то суди, не суди? Кого ты сегодня, брата, судил? Ты кого, сестра, сегодня судила? Брат Василий, ты кого сегодня судил? Кому говорится-то это вообще непонятно. Апостол Павел вроде мудрый, думаю. И что-то вообще не про нас разговор ведет. Итак, вот я задаю вопрос теперь тебе. Кто сказал? Это легко же. Кто сказал? Апостол Павел, послание к римлянам. Вообще-то к римской церкви. Кому сказал? Да. Новообращенные. Отлично. Которые только вот начали приходить к вере, но за старое еще цеплялись. Были правители римские, они властвовали над миром. Была такая вот у них... Нет, да, давай местом писания это определим. Почему, откуда там римские правители? И мы читаем, что домоправитель Хуза, он был домовладыкой у Нерона. Ну так как историк тебе легче. Так это тут в Евангелии написано. Угу. Это апостол Павел говорит. То есть вот это да, из дома Нерона, он его домоправитель Нерона самого. И он в общине римских христиан. Каково? Ну и там и много так получается тоже знатных людей было. И мы смотрим, вот фильм показывают Камо Грядеши. Тоже знатный, известный патриций, тоже уверовал вместе с женой. Все слуги уверовали. Целый дом, раз, верующие. А у него там еще друзья, знакомые, братья. И теперь мы читаем здесь дальше. Там уже начинает чуть-чуть ближе, это, чуть-чуть понятнее становиться. Итак, это говорится к новообращенной общине римской церкви, христианской.
Но почему такие жесткие слова, апостол Павел говорит? Да если бы вот сейчас бы он вышел и нам бы тут это сказал, прям серьезно, у нас бы не две сестры восстали. Там бы все бы вышли в коридоры с ним разбираться с апостолом Павлом. Ты что всех обижаешь-то? Тут все сидят верующие до мозга костей. Аж пятки православные. А ты нам такое говоришь? Нет уж. А ну давай объясняйся, что это такое ты нам тут? Кто, когда я кого судил? А ну-ка скажи мне. Ну мы же не знали бы, что это апостол Павел. Мы бы просто уже приняли его за какого-то мудреца, ну пускай православного, там, может, какой-то старец. Но слова-то обличительные были бы такие же. И теперь понимаем, вот меня, что здесь больше всего касается, вот всегда это касалось меня. Я же не первый раз это читаю. То, что он говорит к ним, как будто бы они до этого знали Бога Иегову, обращается. О милости Божией говорит, о долготерпении Божьем. Вы же, говорит, все это знали. И вы, говорит, будете за это судимы, что вы знали это. А как они знали? Они же язычники. Откуда они знали-то? О чем речь-то тут тогда идет? То есть получается, что от нас сейчас с течением времени скрыта подоплека вообще язычества. То есть язычество и вера иудейская, они стояли на одной платформе. На одной платформе преданий о Боге. Просто эти ушли за людьми потом, а одни, малое количество, это Авраам и семейство, дальше уже там родословие, стали поклоняться Богу в истине. То есть предания, истинные предания приняли. Хотя, конечно, когда есть предание просто из глубины веков, да оно еще тебе не подходит, да оно какое-то неприятное. И хорошо, когда на него наслоения какие-то есть. Ну, вот с течением времени время пройдет, и вот те, кто относился к Игнатию Тихоновичу предвзято, они будут говорить, да не, ничего в нем такого не было. Да так человек, да говорил что-то, да так, простой, верующий, да там ничего. И только те, кто понимал все, они всю эту строгость его, всю канонизацию, они скажут, не, жесткий был мужик, с ним сложно было жить. Почему? Да я сам с ним жил рядом. Если ты не исполняешь заповеди Божьи, он тебя обличает. И вот это вот было принять тем людям, которые там жили в древности, тоже было сложно. То есть Слово Божие, предание Божие их обличало. Слово Божие их обличало. И они не переставали принимать это на веру. Ну а вообще, Бог могучий, который потрясает горы, который приходит на помощь, это приятно, и он за тебя, главное. Фильм есть такой, называется «Мы были солдаты». Там Мел Гибсон играет. Это первое столкновение вьетнамцев в 65-м году, 63-м, и американцев. И показывают перед тем, как американцы залетели из Камбоджи на территорию Вьетнама, на вертолетах, это у них такая называлась кавалерийская дивизия, и познакомились с вьетнамцами, ну, путем войны, убийства этих людей. Они же к ним залетели, американцы. А молятся, показывают. Они же католики все. Вот он стоит на коленях, этот Мел Гибсон. И молодой лейтенант, видно, аж трясется, у него руки тут четкие. И он молится, и прям видно, что он переживает. А тот, ну что ты молишься-то, тот? Да я вот к тому, что может быть как-то обойдемся мы без этой войны. Может нам что там делать-то, там же... Ну это, он, да ты не бойся, сынок. Вот как надо молиться. И, Господи, там, благодарим тебя там за то, что ты нам вот это дал, там, то дал, все, дал нам, там, за семьи наши благодарим тебя за то. И помоги нам. Вот сейчас в этой компании тоже. Услышь наши молитвы, а не молитвы этих язычников. То есть, понимаешь, это же приятно, когда слышат молитвы-то Бог сам, он за тебя, по верхушкам деревьев как шумнет с левой стороны. Все уже, начинай, как это было, помните, при известных судьях. Как, говорит, зашумит, говорит, по верхушкам, как вот сильно, как треск пойдет, шум. Так нападай, говорит, на неприятеля. Все, это Бог тебе знак дает. И как зашумело, они как кинулись, раз и победили. А там камни с неба начали. Потом, говорится, камни, говорит, побили больше народу этих манитян, чем евреи. Потому что они боялись еще резать людей, еще впервые армию создавали. Так и тут тоже. Это ж приятно было.
И что-то, что-то малое эти язычники сохранили от преданий о истинном Боге. А остальное было все ими, ну, забыто. Как можно дальше отложено, будем говорить. Свое внесено. Да еще свое, да. То есть, ну, легендами это все окутали. И получается, что когда апостол Павел с другими учениками Господними пошел на благовестие, то он как бы восстанавливал забытое этими людьми. То есть они что-то помнили, что-то у них было, как вот эти севильские жрицы-то севильские, у них там были записи, пророчества, которые, они как у них тайные были какие-то. Это было чисто по преданиям божественным все. Что будут катаклизмы, чуть не откровения, ну такие познания. И они считали, вот, что этих Севил как Нострадамуса, что-то за пророков каких-то от Бога посланных. И всегда это ценили, вот эти язычники. И апологеты христианские, как Иустин философ, они прибегали к этим записям. И через них тоже раскрывали истину божественную. Рассказывали. И пользовались невероятным успехом, потому что мы видим сейчас, что мы вообще о язычестве ничего не знаем. Мы никаких обрядов сейчас не знаем. Ну, Афродите как поклонялись? Мы-то как представляем? Велика Афродита Эфесская! И кричали они, говорят, так, до самого вечера. Все, больше мы ничего не знаем. И представляем себе, дурни стоят, куча мужиков, там 1100, и кричат, велика Афродита Эфесская, и все. Эй, а что они кричат-то? Сейчас за Зюганова тоже кричат. Что, просто так кричат? Да нет, он выступает по телевизору, у него программа своя. У него Маркс Ленин. Если все это учение их разложить, всю подноготную коммунизма, там ни на один том выйдет, ни на один десяток, столько наговорено всего. И это Эфесская тоже, Афродита пользовалась, то же самое. У них там свои церковные уставы были, собрания этого жреческого. Показывали ее храм этой Афродиты Эфесской. Как он был построен. Это, оказывается, чудо. Храм Афродиты Ефесской – это одно из чудес света, оказалось. Он построен в болоте. И когда начали смотреть, а он разрушенный или что? Нет, оказывается, он просто от времени разрушился, и все. Храм. То есть его никто не разрушил. Ни землетрясения, ничего. Хотя в тех местах, в Малайзии, землетрясения постоянно идут. Почему? Начали смотреть, а оказывается, в болоте построен специально этот храм. На специальных матах выложены. То есть, ты представляете, научные мужи работали, как храм этой богини построить. Чего бы они работали-то? Если бы не было какого-то призвания у них. Ясно, что они всех себя отдавали не просто за какую-то статую, а за целый комплекс учений, которое позволяло им жить, надеяться на что-то. Мы просто этого сейчас не знаем, но, судя по словам апостола Павла, мы этих людей, тех язычников, можем сравнить с теми язычниками, которые сейчас у нас есть. У нас сейчас больше не язычники, а атеисты. То есть раньше атеизма практически не было, это не встречалось атеизма. Атеизм – это отрицание Бога, отрицание высшего существа. На это никто не мог посягнуть. Слишком много таинственного в жизни людей. Очень много. И вот эти вот, то, что бесы делали, это еще больше людей усугубляло к тому, чтобы веровать в невидимое высшее существо. А сейчас люди поумнели, начиная с 18 века, с конца, отрицать Бога начали. То есть, а там молния ударила, там электроны какие-то бегут, там молекулы, это все можно. И сейчас, получается нам, для чего я все, к чему и подошел, это... Сегодняшние строки Нового Завета нам помогают определиться, как нам беседовать с людьми, которые сейчас есть у нас. Апостол Павел обращает свою речь к тем язычникам, через это бывшим язычникам, но еще очень много в себя несущими язычество. Прям такого тайного, что никто показать не может, только Христос высвечивает это. То есть до этого они злословили кого-то, и поносили, и судили, и никто ничего не знал. А теперь, когда они стали христианами,
Это позволило апостолу Павлу прояснить в них вот, таким, вот такой прямой речью, как будто он обращается к неверующим людям. Почему ты столько прочел и думаешь, а что дальше-то говорить мне? Потому что он к неверующим, не к тебе же, и не к сестре, к Нине. Мы-то совсем о другом думаем, как сейчас людям пойти на благовестие и рассказать так о Христе, чтобы они по 3000, по 5000 уверовали. Но мы этого не можем сделать. И когда мы до конца это все прочтем, мы поймем почему. Потому что платформа не та уже, которая была у язычников. Если бы мы пришли в деревню, а там храм Артемиды Ефесской. И неведомому Богу. И неведомому Богу. Вот тут-то бы нам было легче. А там кому храм? Да никому. Храм самому человеку. Они привыкли на самих себя. Там если клуб, то это никакой не храм. Это просто клуб. Туда приходят, они друг друга показать. Друг перед другом вот это вот потанцевать. Какое тело, какие тела у них гибкие. А что дальше после этого? Непонятно вообще. Мы гибкие. Зачем они нужны? Как будто все гимнасты и получают миллионы за это. То есть это человеческое тщеславие. Тщеславие настоящее. То есть тщетное прославление себя. Совершенно суетное. Много времени, сил отдано, денег. И ничего не получили. Поэтому вот теперь читай дальше. Продолжай. Мы сейчас легко. Дальше. Вот так. Впереди говорится о том, что будет праведный. Голубка заболела у меня. Крылышко, которое вот так. Да, наверное, сейчас пошел. Давай отдельно кормить ее, поить. Все-то не выйдет. Это голубка, значит. Ну. И вот говорится, 7 стих. Ну, вот это вот зря. То есть Бог воздаст каждому по делам его. И потом людей разделяет на две категории. Первая категория. О них сказано так. Никогда не ложите на книжки, я просил. Те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Бог обещает. Дальше Филакт толкует это местописание так. Сказав, что Господь воздаст каждому, начал с награды добрых, делая таким образом речь свою приятной. В словах, кавычки, постоянство в добром деле высказывает, во-первых, то, что от добра не должны отступать, не совершать оное нерадиво, но пребывать в нем до конца. А во-вторых, то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Словом, бессмертие открывает двери воскресения. Потом, так как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, то упомянул о славе и чести. Итак, вся речь имеет такой смысл. Тем, говорит, которые ищут большей славы, чести и бессмертия, и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст в воскресение жизнь вечную. Таким же образом снискиваются. Будущая слава, честь. Каким же образом снискиваются будущая слава, честь и нетление? Вопрос. Ответ. Постоянством в добром деле. Ибо постоянный в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения, действительно снискивает и славу, и честь, и бессмертие, и наслаждение нетленными благами в нетленном теле. Пожалуйста. Я ни разу не слышал, чтобы сектанты это место считали. Потому что написано, постоянством в добрых делах ищут. Выходит, я хочу славы. Ищут что, славы? Нет. А что? Славы, чести и бессмертия. Но ищут. Славы. Ищут. Вот именно. А просто это корыстолюбцы. Вы только думаете, как рай получить. А я вот уверовал, я со Христом слился. Я одно, во мне те же чувствования. Я ни о каком царстве не думаю. Он просто даст мне и все. А Слово Божие говорит так, ищут. Ищут не чего-то, а славы ищут. Понимаешь, как это у них вообще... Такая запредельность духовности, им кажется, что об этом даже разговаривать не надо. А это нас побуждает к добру. Когда Иоанну Златоусту говорили, вот, говорит, твои прихожане, посмотри, что они делают. Вот в пенушку пошли,
Есть неверующие, лучше верующих. А он на это отвечает, что есть православные, там, верующие, поступают плохо, это я и без вас знаю. А что есть неверующие, которые всегда делают добро, этого я сказать не могу. Почему? У верующего есть три причины, чтобы быть добрым. Добрым, когда всем приятно с ним. Первая причина – ожидание суда Божия, гиена ада. Адвентисты его отбросили, говорят, а мы добрые. Если ты забудешь прав, никогда добрым не будешь. Это первое, что Бог дает, это угроза. Смертью умрешь, еще в раю. А он понятия не имеет о смерти. Но уже смотри, не трожь. И что? Не трожь, я тебе еще больше дам. Нет, в ад пойдешь. Бог угрожает везде. Начало мудрости и страх, Господи. Все сектанты о страхе Божьем. Нет, совершенная любовь изгоняет страх. Они безбожники. Я вот гляжу, они нарочнейшие, совершенно никакие. Люди верующие, они хватаются за страх Божий, только бы в ад не попасть, только бы не погибнуть. Как в кресле Росомахи, она зарезанная, только бы не погибнуть. А эти, это первая причина, почему верующие добрые? Ну, как добрые? Первое, что я не злодей, я не могу изменять жене, я не могу там всякие пакости делать, воровать, злословить. Почему? Огонь. Страх попасть в огонь. Ни один злоречивый туда не попадет, ни один блудник. Второе, это обещание будущих благ. То есть Господь за добрые дела, за все обещает рай, блаженство. И третья причина быть добрым, это вспомоществующая благодать Божия. Бог помогает, отвечает, поднимает, укрепляет, благословляет. У неверующего ничего этого нет, он добрый. Что ты решил-то? Огня не боится, за добрые дела. А почему, если огня не боится, а почему он должен быть верный-то? Вообще непонятно. Добру, верный добру. Почему ему зло не сделать-то? Зло не сделать, если за это никакого наказания не будет. Главное, а прокурор-то он со мной вместе. Сколько пересажали этих прокуроров, судей, для них отдельно лагеря строят. Второе, награды нет. А зачем я буду творить милостыню, собой жертвовать, не досыпать, а своих детей отрывать, посылать куда-то на другую сторону? А дальше, занемог, устал, состарился, никому не нужен. Я вспоминаю про одного генерала, «Комсомольская правда» писала. Он потрясческую работу вел в старших классах. И вот он им рассказывал, как войну воевали, а он танковый был генерал, генерал-майор. И у него все нравилось, в ладоши хлопали. Но вот он пошел домой. Пошел домой, и к нему подошли, дай денег. Он говорит, какие же деньги-то у меня, я же на пенсии-то. А они его сшибли, давай пинками катать на остановке-то. Я, говорит, вижу, только как ноги мелькают, и рядом... Люди идут, и ни один не заступился, видя, что убивают генерала. Ну, его спрашивают, а какое у вас было желание? Вот это, ребята, вами воспитаны, патриоты. Мне хотелось взять автомат и стрелять, и стрелять, и стрелять, и стрелять. То есть, весь патриотизм его пинками вышибли из него, ничего нету. Почему? Это ты их воспитал. Бога-то нет, наказания нет. Что-то старый пенсионер, да, старпер, кому ты нужен? Пенсию проживаешь здесь. Нам больше достанется. Они-то по-своему тоже объяснить это могут. И вот здесь, говорит, ищут славы. И не вот, а ты что, славу ищешь? Конечно, ищу. И им что обещано? Жизнь вечная. Я ищу славу во Христе. Ищу что? Считай, почитай заново. Вот впереди это общее. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, запятая чести и бессмертия, жизнь вечную Богу. Жизнь вечная. Я должен искать славы, делая добро. Сейчас я вожусь с этой машиной. Ты понимаешь, у меня сон пропадает. Ну, никто не сунулся. Сегодня собрали, говорит, 44 тысячи. Это 1/20 часть. 1/20. А дальше что-то будет или не будет что-то. Как будто никому дела нет. Понимаете, вот секрет какой. Я вот по себе просто скажу, я не понимаю, как это можно было так вот. Когда сбор делали, даже вот последний за, я никогда меньше, чем 50 тысяч считал, нельзя ложить. Как это так? А иначе я положу 5, да другой 5, а что из этого получится-то? Ничего и не получится. Вот. Это их дело, но я просто говорю, какие у меня чувствования в этом деле. Так у меня дело, у меня тоже дела есть. Но я ищу славу во Христе, а через это жизнь вечную. О, так ты корыстолюбивый, конечно. Но наше корыстолюбие идет, говорит, постоянством в добрых делах, через добрые дела. Корыстолюбие во имя Христа. Корыстолюбие я, как бы корысть имею, но ты ее не получишь, если сам себя не отвергнешься. А которые говорят, да нет, я ничего, я просто так, это обман. Ищут, написано, ищут. То есть я постоянно ищу, где бы нам еще славу найти во Христе, счастье во Христе.
и бессмертие во Христе. А за все за это, что я ищу? Еще до этой жизни вечную. Стих-то какой понятный, ничего не надо толковать, но его не хотят исполнять. Придуряются. Говорят, придурки церковные. Ты прямо назови вещи своими именами, как Златоуст говорит. Я не делаю зло только потому, что я в 100 раз впал в блуд. У меня все было, как вспоминаю, в армию приехала, там она уже заканчивала университет, учительница была. Я один с ней в кабинете, у меня один кабинет был, то другой-то. Нельзя, она приехала для одного дела. Я говорю, а куда же мы с этим грехом, а если я умру в грехе? Она не может еще понять, я ей говорю. Страх. Страх, который мне мама Мария Егоровна вложила в меня. И он меня сохранил от блуда, я не знал женщины. И мой ум мой не источен блудом, поэтому... Больше всего память не отнимает блуд. Невоздержание, вот это все от блуда, нервы расшатаны, сожраны. Ну, скажешь, а у меня вот не получилось так, начиная во Христе, каким ты мог бы быть, ты уже не будешь. Но во Христе ты многое добудешь. Ты там не искал. У меня просто, ну, грубо скажу, жребий выпал такой, что я родился в верующей семье. Мало верующий, но имеющий страх Божий. У меня дед по матери и бабка, и по отцу были верующие. Верующие, там, то киржаки, то белокрыницкая иерархия. Вот. И они мне дали страх Божий. О Христе я не знал, я это от пятидесятников узнал. У пятидесятников, они тогда объединены были с баптистами. Вот у меня все так, это все удивительно соединилось. Даже, ну, назад начинаю я проигрывать, и все слеплено, ничего нельзя сделать. Я искал ты славы, конечно, во Христе. Представь себе, вот я учусь в мореходном училище, вызывает капитан. Значит, поступила на вас запрос, что действительно верите? Да, верю. А вы понимаете, что вот вы сейчас заканчиваете, у вас такие успехи. Штурманом долго вы не будете, вас обязательно капитаном поставят. А корабль – это территория Советского Союза. И теперь у вас что-то не заладилось, вы будете поднимать руки и кричать: «Боже, помоги!» Мы представляем честь нашего государства. Вы понимаете, что это несовместимо? Ну что, я завтра заявление, ухожу из мореходного училища. Нельзя работать. Потому что я знал, что есть другая честь. Здесь я бы был, может быть, и генералом был бы. Я этого не отрицаю, контр-адмиралом. Мог бы вполне быть. Но я нашел большее. Проплывающий мимо лодки позорище Христово. Из-за него уцепился, спрыгнул. Вот он сегодня говорил про общину. Вы поймите его, что он говорил. Люди, которые сидели здесь, они ничего не поняли даже. Он, я говорю, за 7000 километров с Магадана все бросил, насиженное место, квартиру, все бросил человек. Община, единая семья. Вот помните, есть такая Джейн Эйр фильм. И она, когда оказалось, что наследница, дядя ей там пожертвовал, и пожертвовал столько, что... И она теперь им всем этим делит. И они говорят, да ты что делаешь? Ты такая знатная будешь там в Лондоне везде... Она говорит, вы что, у меня никого раби не было, сейчас у меня братья, сестры. Она обнимает их, целует. У меня целая семья. Она разделила это на 4 части. И на всех, на 2 сестер, на брата и на себя. Поровну сделала. И самое главное, какое у нее лицо, эта артистка так играет. Она до того восторжена, она сзади подбежит одним. У меня никого не было, я одна. Отец умер, мать умерла. А теперь у меня братья, сестры есть. Вот это в общине. Как это не понять, куда я пойду? Куда я пойду, когда везде чужой? Вот они собираются, что даже, которые слово там изучают, это они все чужие. Еще пока их такие плотские интересы сворачивают. Она молодая, я молодой, тут еще, говорит, все, да. Другой, говорит, листьяк растет. А дальше-то все, по корням? Да, конечно. Вот, брошенных удержать. Хорошее место. Ищет. Да. Пойми, я главное дело упор ищет, и не надо этого стыдиться. Так ты еще ради Царства Небесного, да? А где Христос? Да кого он? Христос и Царство одно. Когда говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, это означает, пришел Христос на землю. Аминь. В лице Он Царь и Его Царство. Это объединенное все. Христос есть личность, а Царство – это Его, как, ну, производное, грубо так скажем. Это Его невеста. И вот начинает мухлевать, это есть обманывать, прикрывать ложными словами истинное намерение. Никогда не бойся сказать, я вот корыстолюбивый. Так ты что делаешь ради своей корысти, детским лагерем занимаешься? Конечно. Конечно. Дети, которые у меня вырастают, они уже взрослые. И я ему встречусь, он меня не убьет, не зарежет. Дальше. Эти дети растут в семьях теперь, у них нормальные семьи. Я корыстолюбивый человек.
А уже по мелочи такое, я же собираю мука, другое, то я всю зиму питаюсь, еще делю между собой тоже. Даже здесь у меня корысть. Mm-hmm. Я очень корыстолюбивый, и я не стыжусь этого сказать. Все. А там еще и тыкву вырастили, картошку, у меня все есть. А книги вот издавали, корысть, конечно, корысть. Корысть большая очень даже. Не в денежном эквиваленте. Во-первых, я распространяю то, что мне Бог открыл, и я не скрыл. Я говорю, два дня не вышел в Mail.ru, просто там своим делом, так уже сейчас уже идут, и, ну почему вас нету, там столько дней. Я говорю, два дня только прошло, опустело, все, говорит, ничего нету, сижу, говорит, в интернете, а каждый день я давал фотографии. Что за дети, а глаза-то такие, где вы берете, а можно нет приехать там, ты посчитал бы что. Они что, на форум не могут выйти, там сколько уже тем-то? Я сколько посылаю, говорю, тем-то сколько на форуме? Да. Там ему некогда будет пустоту видеть. Сейчас зашла какая-то Адарка, она была здесь. Такая похабная бабенка. Или кто она такая? Что такое Адарка? Адарка. Она там начала, что Царство Небесное, дай мне сейчас. Вот заголовок такой. А дальше она там поболокла на Данила Сысоева, там собака, там всяко-то. И я ее запретил, ее, она не имеет права заходить. Ну и больше ее нет. Уже прошло, ну, прошло так, допустим, месяцев 8. И вдруг она сейчас появляется ко мне в личку. И киска. Она зарегистрирована, другая киска. У нас это запрещено. Я вот сама та самая Адарка, а она не может до своих добраться. Это я ее законопатил. Уберите то, что я давал. То есть сотрите все. Я не знаю, отвечать я или нет. Как это сотрите? А на ее слова там ты отвечаешь, еще кто-то отвечает, Алексей Загулев. А теперь я если уберу, а она что не отвечает? Это что, Света, которая из Беларуси? А? Которая Света из Беларуси. Не понял. Света, которая из Беларуси это? Нет. Это потом какая-то шалава такая. А, еще шалава. Ну, это такая нехорошая. Ну. Давай там поносные слова, прям ругательно. А Света не ела ее, срамота одна. Я ее сразу закрыл и доступ запретил ей. Ну, я как главный администратор, я имею это право. Полномочия такие. Там не я их дает там это. Ну, кто делает, основывает форум. Вот у него, вот у Юля у меня была... Она была модератор. Она говорит, у меня не хватает полномочий. Вот я могу только редактировать, допустим, новости Алтая. Она больше никуда. А у этого, у тебя на какие? Супермодератор? Вот. А он может на все заходить с редакции. Но убрать не может тоже. Там не дано. Убрать только я могу. И организатор-администратор. А я главный администратор. И она сейчас зашла, уберите. А что же я буду убирать-то? Они на меня не могут понять, так я такое говорила плохое, а вы все это оставили, обычно везде сразу стирают, и нет, а у меня там что, чаша муха там это, клеветал, я все оставляю. Что там этот ДМ2 говорили, я все оставляю, у меня все остается. Вот даже в Mail.ru моя фотография, ну и так судят, я говорю, смотрите, я один и тот же, обо мне судят и так, какие люди предвзяты это. А это все обо мне, это я один и тот же. Саша Дмуха вошел сразу же. Фотография его, старый фарисей. Отметил. А убрать-то не может. И оно торчит целый год, старый фарисей. Да я другим объясняю. Я старый, действительно, я не молодой. Ну, 70 лет рубеж, а я уже перешагнул. А фарисей, да я сын фарисея. Понимаете? Он меня не обидел нисколько. А он-то прошептал прямо, прошипел. Старый фарисей. Я знаю, из фарисеев апостолы были, а из саддукеев никто. Я в православии. Мне по чину положено быть фарисеем. И соблюдать уставы, посты. Два раза в неделю пощусь. Десятину даю. Это про меня все написано. Но мне главное, что не судить его. Вот чего не хватает. Санитарий мясо. А он саддукей. Он отрицает. Все абсолютно ушел. А из саддукеев никого нету нигде. Ни одного апостола, никого. Даже из зелотов. И то есть Симон Зелот. А Симон Зелот, ты знаешь, это террористы были. Это смертники. Их называли сикарии, кинжальщики. Убийство из-за угла. Вот я один из них был бы. Я самый настоящий зелот был. Представь, я как разыгрывал себе, что вот это коммунист, как подобраться, узнать, кто такой, убить, не попасться. Я разыгрывал одну операцию за другой. Геймер. Вот у людей какие мечты были? У меня только одна была мечта – стать террористом. Ты посмотрел, сколько у меня ножей было, сколько оружия, везде подоткнутые патроны. Вот представь, наконец скачу, ружье в одной руке и стрелять, воробья мог снять. Приглашали даже от истребов освободить, курятник там, куриц растаскивали. А Господь показал, я тебе покажу, на тебя все террористы будут. И ты еще Бога благодарить будешь. В корзинку убегать начнешь.
От Бога все это. Я ищу славы, счастья и бессмертия. Вот эти слова, ты прочитал и сразу скажи, ты их выполняешь? И тогда тебе эти слова дорогие. Вот сейчас говорят, новые переводы Библии, согласно новых раскопок. И такие люди, когда начинают говорить, я могу только по скайпу объяснять так много. Какие переводчики синодального перевода-то? Двое из них уже канонизированные. Филарет Московский митрополит и Макарий Алтайский. Переводчики. Ты почему не ценишь этот перевод? А ты ни одного стиха наизусть не знаешь. А как я могу бросить перевод, когда я пропитан весь им? Вот сегодня же говорили, так Библию нельзя знать, это только это от нечистой силы. Это Библию Бог дает знать. А они понимают, Бог это не берут во внимание. Сегодня вот письмо считали. Это невероятно. Библию так знать. Да, так. Представь, вот я приехал, прошло всего год, как я обратился. И вот я сижу под стенами, ну тогда называлось Загорск, а сейчас это, Сергиева Лавра. Угу. И там семинаристы, академисты, солнышко было, весна, и мы сидели и беседовали. Ну, они учатся, семинарию окончил, потом академию. А я-то какой шплин там, 24 года был. Я когда с ними беседовал, я сразу увидел, они Писания не знают. Они не знают. Он начинает говорить, а вот где-то в Ветхом Завете сказано, он примерно говорит, я говорю, это у Иезекииля 35:84. Они вот еще тоже скажут, а это вот 1 Фессалоникийцам, там маленько не так там сказано-то, как они сбулгачились. О, так это сектант пришел к нам. Потому что я цитирую Библию с названием места Писания, цитирую до запятой точно. Это сектант. А знали бы, как они меня этим возвысили. Что я никакой они, а я сектант. Хотя я в православной вере, но я сектант. Меня уже отделил Господь от них. Надо еще из этого слова выжить. Когда стали говорить, да вы фанатик. Ничего особенного, я согласен. А вы не фанатик. Экстремист, фанатик. Я экстремист, я вышел на кафедру, Библию поднял, а тут профессора сидят. Я говорю, я экстремист, а меня вызвали, чтобы выступить. Я говорю, а те, которые вот не экстремисты сидят, вы знаете, кто это Блевотина, вот такой стол показал, они все сидят за столом. А почему? Потому что не теплый, не горячий, не холодный, а теплый. А теплый извергнул из уст моих, и толкование из уст извергается только Блевотина. И они мне ничего не возразили. Я говорю, передо мной прошел доктор юридических наук, а он преподаватель кафедры юридического университета, института, там кафедры, и он Сорокин Виталий Сергеевич. И выступил до того хорошо. Верующий, настоящий, всегда экстремист, говорит. Я пришел главного редактора, я через него нашел телефон, позвонил, я говорю, откуда вы это знаете? Он говорит, тогда, кажется, 12 книг у меня вышло. Это 12 книг открытым оком, я для чего читаю? Понятно? Как Бог открывает? Я ищу славы, счастья и бессмертия через свои книги. Как паук цепляется лапками. Я достиг концов вселенной. Так я благодарен Богу, что Он дал мне жизнь. И вот вчера ролик один я поставил, он на форуме стоит, о том, как зарождается жизнь. И показывает, головастик и с хвостиком где-то плывет, где-то, ну тут понятно где. Сперматозоид. И теперь, как он проникает, там такие дебри, как он лезет, и их много там, и один только продалбливает, проходит, как соединяется, как разлагается, как идет дальше, как отслаивается, и дальше появляется какая-то каракатица, наконец позвоночник, глаза. Ужас! И я понял, это я один, и я пробился, я вышел из утробы матери, приник к ее виноградным кистям, да это я! О, какое же я устройство имею чудное! Я сразу перетащил ролик и поставил себе. Зайдете, посмотрите. Человек ничего этого не знает. О. И вторая категория людей, на которых будет суд от Бога, это «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, обещает Бог». Вот, пожалуйста, любой сектант туда может... А я никого не осуждаю. А что вы нас осуждаете? Да не я осуждаю, вы. Вы всю церковь осудили до вашего возникновения. Ни Златоуста не было, никого не было. Ни Игнатия Богоносца, никого, не вы. Страшно дерзкие, особенно женщины у них. До ужаса. Вот она первый раз такая зашла, и она сразу начинает поучать. А вот вы поклоняетесь, нет, идолам. Она иконы от идолов отличить не может.
Это сектантское скудоумие, основано на противлении. Почему? Она на исповедь ни разу не ходила. Телефон. У меня. Виноват. Значит. Говори. Я сказал, Боже, ты мне говорил, чтобы я очистил рабочий стол, что он мешает работе, тормозит. Ты правильно меня учил? Ну, да, то есть надо просто елочки выбрать. Все, я так и сделал, так и сделал. Я твой ученик. Я думаю, ты согласишься с этим. Так вот, я их все перевел, а потом гляжу, 1.5 гигабайта, и написано программа. Я думаю, а что она будет торчать? И я раз на Д. А там не могу ее найти, и думаю, вот это я сотворил. Так они у меня исчезли куда и куда. Можешь не спрашивать, ничего я не отвечу. Главное, что нормально все. Да, вот за позавчера она меня заставила программа ровно 30 раз за день сменить пароль. А пароль это 38 знаков, настолько сложный, знаете, большой и малый шрифт. И она заставляет программу. Но она меня каждый раз допускает. Это не администрация мейла. Это что-то после вируса, там у них, ну, повреждения хромают на одну. 30 раз. Но я на каждый вход смену пароля 1.5 минуты. Я просто сильно научился. И поэтому я ничего не прошу, только не трожьте дальше меня. 30 раз пароль я заменю. Пароль у меня настолько сложный, мне уже дали понять, что если подключить 30 компьютеров, то им 300 лет надо работать, чтобы разгадать. Не меньше. Я думаю, что не потерял что-то по другим названиям. Я запустил поисковик, она программе дала штук 10 разных. Ну, Я на занятиях, ладно, ничего не сделаешь, когда придешь. Но главное, что я перенес на диск D, этим я не нанес удар компьютеру. Все, она никуда не делась, она там, просто я ее не могу найти. Отошел. Ты на контроле держи, о чем мы говорим сейчас с супругой. Отошел, с Богом, благодарю. Алексей, у меня случилась такая вот неприятность с программой. Ну и слишком послушный ученик. С окна все стало, с рабочего стола убирать и смел программу на диск D. Mm. Полез туда, там нигде не могу найти. Поисковик дал, оно показывает штук 10. Ну глупость. Ничего же не соображает. Пень старый. Нет толку-то. У меня одно положительное качество, что я слушаюсь. Когда они мне говорят, я делаю. Не понимая ничего. И мне хорошо. Мне хорошо. Вообще ничего не соображаю, у меня какой-то такой мистический запах оттуда идет. Я не могу поверить, что так можно ткнуть, нигде ничего нету, экран-то целый. И нигде, вот там слово виртуальный. И вдруг переключается, захожу, ищу, что угодно можно найти. Закладываю стихи, моими стихами весь эфир наполнен, весь интернет. Это кто ж так сделал? Ты говоришь, роботы. Вчера они ко мне 140 раз заходили, роботы. Каждый день около 100 раз заходят роботы, и что у меня новое растаскивают. И чтобы я вот это ролик, вот это все растащит сразу по всему эфиру. И заходит, вот это нравится, вот это люди. Ну и я как бы боюсь его еще. Я думаю, в один из дней они отключат, и ни у кого ничего не будет. Да, это так. А книги вот они. Они уже делали, вот когда где нужно было, там, в Ливии, они отключили вообще полностью. Все. Mm-hmm. Вот, чтобы вот сейчас перед предвыборной программой, говорят, отключали целые сервера. И ничего не было. Во Франции вот манифестации были молодежи. И на силу добились, говорит. Я смотрел, что там делают. Сейчас манифестация прямо показывает, как они делают. Идет к одному. Но выступила от имени церкви, в газетах написано, чтобы патриарх сказал, что мы исчерпали. Я думал, исчерпали ресурс на революцию. То есть какой-то ресурс отпущенный якобы. Можно одну революцию сделать, половину порубить, а вторую уже нельзя. Вот такое мнение. Да кто это отпускал нам ресурс? Когда ненавидящий брат или человека-убийца. Без всякой революции. Но он сказал так, что просто мы не выдержим. Опять 17-й год и 70 лет безумия. А что делать? Молиться. Я знаю только одно. С Богом беседовать, просить, восхвалять, благодарить. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу ему, доколе весен. Псалом 145:2. Все. Понятно? Только подумал, и надпись перед глазами. Давай, брат. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея.
потом и Елена. Толкование говорит об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделали злыми не по неведению, но по упорству. Почему и недостойны помилования? Покорность неправде и непокорность правде также есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются. Обрати внимание, что о Господнем воздаянии в жизни вечной выразился иначе, нежели о прискорбном. Ярость и гнев и скорбь. Не сказал возрадуются Богом, но оставил речь неконченную, чтобы подразумевали «будет». Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами «всякой душе человека» обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто говорит «был царем», не избежит наказания, если творит злое, то есть остается во зле и не раскаивается, ибо не сказал делающий, но делающий зло со тщеславием. А как иудей больше получил наставления, то он достоин большей казни, ибо сильные сильно будут истязаны. Премудрость 6.6. Понятно? Какие места? И более... Не канонические книги, он ссылается на них. И более сведущие тяжело будут наказаны. Знал, да не делал. Есть еще места описания. Одно дело. И те, и другие будут наказаны. И знающие закон, и не знающие. А почему же не знающие-то? С чего ради будут наказаны, если они не знали? А за то, что, говорит, не хотели узнать. По беспечности. Незнание закона не освобождает от ответственности. Я, знаете, отвлекусь маленько, мы устали тут. Почему никто не встает у нас и не говорит, что помоги мне разобраться только, вот, и я помогу тебе. Я бы помог разобраться. Вот мне нужно сейчас знать, кто у нас будет в лагере. Никто, сидят спокойно, встали, пошли. Что вам нужно в лагере? Я говорю, месяц 20 дней. На месяц 20 дней. Должна быть обслуга, полный комплект. Я не знаю, сколько детей. Дети будут все равно. Вот. И никто не встает, никто не хлопочет. Никто меня дорогой не остановил, сказал, так ты деньги к вечеру возьмешь, когда сегодня-то нету еще, а завтра я в течение года буду брать. Я здесь срока давности нету. Почему? А как тут-то я заплатил, а теперь разница какая, когда мне деньги принесут. Все не вернут, это я. Но Бог, Он меня на контроле держит. Бог мне вернет, и то их вернет, то есть на другое оно уйдет все. И не один. Вот я прошу Бога, чтобы люди возревновали об этом. Поднимите руку. Кто готов? Вот видишь как. Или другое что-то? Нет, я готова всегда. Но у меня еще, знаете, вот мы в прошлый раз-то говорили, а кто бы из братьев-то был? Это... Ну вот Игорь, я не знаю, как вот у него-то... Состав... Это главное для меня быть, потерянный. Но... Я бы его начальником лагеря оставил. Да, все. Но главное это еще в том, что... А если вот у нас братьев не будет там... На ночь нам одним вот там оставаться. Нет, никак. Мы попеременно будем. Или я, или Виктор. И у меня, он старший воспитатель. И у меня возникло такое предложение. Попросить на Урале брата Андрея. Андрей. Смирнягин Андрей. Смирнягина. Попросить его, чтобы он, ну хотя бы он две недели, другой бы две недели, ну на две-то недели. Это Неля, вы же далеко ехать долго. Долго очень. Немного дорого стоит, они даже из-за денег не могут тронуться. Нет, мы даже своими силами. Их всего там двое, и мы к ним будем обращаться за помощью. Да где наша совесть? Ну он-то знает эти он не знает обстановку в лагере, он знает. Это, да нет, ничего это единственное, не знает. Я оставляю старшим игумена, отца Кирилла. Сын, который вот приезжал сюда, Сережа. Он уже взрослый, да. Вот может быть он как бы в помощь только. Ну какой он взрослый, он взрослый ребенок. Большенький парень. Он, нет, вот представь себе, я ухожу и оставляю старшим игумена Кирилла, отца Сахару. Ты в лагере, а его там его группа с Москвы, ну и лагерь весь. И что, я прихожу, ну пришел я часа через три. Прихожу, все. Он говорит, полчаса примерно, говорит, я тут Саш стал. А что, полчаса они меня просто сбросили. Все, там бунт, значит, и они уже из-под контроля полностью вышли. Почему? Я ему дал все рычаги, кроме одного, наказание. Наказание никому никогда на одну секунду не дам рычаг. Вы не умеете наказывать. К ребенку не прикасаться даже пальцем.
Ты можешь только записать, сказать, выдать и все. Представь, 40 лет, нынче вот 40 лет будет, и у меня ни один человек, ребенка, ни родители, никто не имеет права наказывать детей. У меня лагерь имеет 100% гарантию. Ну, хулиган может быть. Один хулиган. Мы у батя фильм просматривали, а Татьяна, она толстая такая была, может, кто ее знает, Плеханова, Витя Плеханова мама. И она была в лагере, вдруг какой-то мужик приходит, ребятишек увидел, они говорят, сходить, заходить нельзя там. Ну, они на свышке, а вы с вышки сласьте, пойдемте рыбачить. Чужой человек. Ну, она сказала, беги скорее, ну, мы услышали и побежали. Виталий побежал, Андрей, вот этот, он сильный такой, Андрей Дробот, глухонемой-то. А мужик-то этот как увидел, что мы бежим-то? Я первый прибежал-то. Я говорю, ты что, мужик, разоряешься-то? Тебе же не просили. Время уже, солнце к закату. Какая тебе рыбалка? Чужие ребята. А что ты командуешь? Я начальник лагеря, это мой лагерь. Да пошел ты. Я его за руку, он меня рукой вот так вот, ой, сильный такой, сильный. Он меня прям рукой вот так пошел водить. Я руку его ни одну не могу удержать-то. Как наши прибежали, его сшибли сразу, веревками скрутили. А там бич этот, я его как начал бичом этим охаживать-то, по заднице-то. А задница толстая такая. И у него сразу штаны-то лопнули. Там ему здорово наказал-то. Ну, его скрутили, руки назад, в машину и в милицию, в район. Колмогоров фамилия. О, там было то, что как подняли участкового, всех. На завтра они приехали. Он за себя ходатайствовать взял Семена Сиськова. Уж там обещать, клясться, что никогда не приедет, а там как раскрутили. А у него сын в армии был, там до сына он собирался ехать, отказ ему везде. Там очень сильно взяли за это дело. Ну и он приехал, ну, я слабохарактерный человек. Я ему говорю, да ладно, отпустите уж вы его. Он больше ни разу не пришел. Лагерь неприкасаемый. Ни под каким видом. То есть к нам пытались вот так вот, но мы свое дело сделали. А мы что там, на спину руки... К ногам подтянули его просто калачом вот так. Ну, а я тут его начал благословлять. Детей надо любить. Детей любить. Их не обязательно наказывать даже всегда. Но должен быть экзекутор хотя бы на горизонте маячить. Вот пришел этот Роман. Приедет. Наша Татьяна. Ты говоришь, я Игнатия здорово люблю. Дядя Игнатий злой, говорит, он такой добрый. Он, говорит, завел меня наказывать, а не наказал. Он так, говорит, по сапогу, говорит, шлепнул, говорит, крапивой-то. А слюнями, говорит, под глазами проведи, что ты плакал. И меня отправил туда. Ой-ой-ой. Это дети им иногда говорят, да мне его не наказывать, мне главное, чтобы он понял неотвратимость наказания. Как ты мог такую красивую девочку и ты толкнуть, ударить? И я его заставлю покаяться в этом деле. Но... Я говорю, 10 лет пройдет, ты винтом вокруг нее пойдешь. Совестливый. Просить будешь взглянуть на тебя. Щукща немытая. Так и есть. Нам в лагерь нужен человек серьезный. Я вот Виктор, брата Игоря оставил, я приезжаю, он никого не наказал, но все проступки вот по порядку. А уж я тут теперь собрал, свидетель. Было-было, заходи. Было-было, отходи. Здорово. Я сразу вообще разложил по полочкам. Все, опять все. Они эти линейки все любят. Даже те, кого наказывают, они послушают даже все это. И они понимают, что это справедливо. Когда ребенок уезжает перед родителями, рядом родители, а родители оставлю между собой и им, чтобы он меня уже никак не боялся. Теперь мама тебя держит за руку. Теперь скажи, тебя наказывали? Да, наказывали. Было, чтобы тебя наказали? Ни за что несправедливо. Нет, не было. А ты обижаешься? Нет, не обижаюсь. Он уезжает примиренный. А его никак нельзя. Мать приехала, я говорю, ничего не знаю. Он неуправляемый. Я говорю, ну попытаемся. Попытка не пытка. Практически все управляемые. Совершенно неуправляемый был у меня только один. Он через полтора часа сбежал. Мы пошли на первую прогулку, а он домой удрал. Удрал на трассу и на трассе там уехал. Но со второй попытки удрал. Бабка мне потом встретилась, она ему сказала, говорит, вот понимаете, ничего не могу с ним сделать. Я ему, наверное, ноги отрублю. Ноги отрублю внуку. Да, здорово. А он хвалился, а мы с мамой вместе выпивали, а мы с папой курим вместе. А баба трясется над нами, не дает, вредная такая. Народ всякий разный. И ко всем надо, а родители какие разные. Ой. Про меня, когда в телевизор это показали, что у меня там беспредел, там избиение детей. Среди ночи приехали родители детей забирать-то.
А когда взял сына, то вырвал, рассчитались. И с сыном пошел, и дорога его, видимо, стал спрашивать. Вот тебя там что делал? Он говорит, ничего не делал. Как не было? Так по телевизору показали. А там не показали, а сказали. Он говорит, ну вас заставляли ночью там ползать, там что-то. Нет, не было. Ну а днем вот это вот там где-то в подземелье работали. В каком подземелье? Ну как же говорят? Да ничего этого не было. Мы купались по 6 раз, на лошади катались. Он вернулся, мужик, с сыном, вы ко мне, ну возьмите, я... Ну, погорячился. Просто я сдурел, говорит, и все. Я говорю, нет, уже я не беру, ты уже порченый. Как ты мог проверить, взять сына, даже не проверив, не посмотрев? Это враги говорили, они говорили, что хотели, говорили. Там мальчик хотел на двор, не отпустили, он упал, другой упал. Спать не давали, нос разбил. Ну ты покажи, кто он, где. Нечаянно ему кто-то письмо сунул. Какое письмо? Чтобы матери отдали, чтобы там вроде вырвали ее отсюда. Ну покажи, где. Никого нету. Ни одного слова не сошлось. Я подал в суд и все процессы выиграл. На часах стоят, молятся. А? На часах. И, ну их же все жалеют, когда на часы поставишь. Да. Их все жалеют. Ой, бедные дети, там все... Я выйду, смотрю, там закат, он стоит уже, залюбовался, пацаненок, он никогда не видел в интернете все время. И напевается этот царю небесный, он поет полный рост. Это у меня наказание такое, что когда легли спать в келью, то даже шепотом нельзя говорить. Утром прихожу, мне говорят, вот в этой келье смеялись. Было такое? Было. А почему? А два этажа, а он нижними ногами-то уперся вниз, снизу и поднял того. Ну а тот сверху там плюнул, да еще и пукнул. Ну им смешно. Воспитатель зашел, кто смеялся? Никого нету. Тогда все до одного обязаны выходить. Оденьтесь потеплее. И на часы в руки прутик. И по разным местам я их в лагере ставлю, там за келью, чтобы друг друга не видели-то. Ну вот стойте, молитесь. Положим 2 часа стоять. Ну по 30 минут на 4 дня. Все! Как бабка шептала, уже ни один не шумит, не кричит. У нас полная абсолютная тишина. Они стоят с прутиками, на луну смотрят, молятся там, но разговаривать нельзя. И вот на каждое преступление должно быть свое наказание. Вот представь, парень, пришли, а там раздевалка. И он стоял и дверь пинал. Ребятишки пришли, говорят, он дверь пинал, этот Костя-то. Я спрашиваю, ты дверь пинал там в раздевалке? Пинал, а почему? Дурью маюсь. Дурью маюсь. А парень здоровый так. У тебя нога сильная, наверное, да. Я ему дал чурку, вот пинаю туда к лагерю, к пруду, кати. А потом оттуда, чтобы у тебя нога еще сильнее была. Вот он эту чурку, вот а ребятишки хохочет. Он оттуда догнал чурку, там в руки брать нельзя, опять ее пинает, догнал. Охота пинать? Нет, не охота. Все. Одна девчонка такая вредная была. Отец, говорит, перед отправлением чуть не убил ее. Своровала всю полочку и пошла помады заграничной духов накупила, а всего там 8 лет ей. Ужасно вредная. Пошла в туалет, а там нарезанные бумажки на целый день-то. Она все до одной бросала, туалет глубокий, они как летят, она их все до одной спустила туда. А за ней пошли, бумажек нету. Ну, на кого думать-то? А перед этим было, за ней нету. Так, ты бросала? Нет. Ну а кто ж ты? Ты пошла-то, они там были, а вышла, уже нету. Ну, созналась. Так, сколько там бумажек было? Ребята, как думаете, сколько? Ну, примерно так. Я беру газету, вот так согнул. Сколько сейчас получилось? Ну, 2 бумажки. Пополам. 4, 8, 16, 32, 64, 122. Все, я их разрезал, 122 бумажки. А там башня высокая. Вот залазь на нее и бросай оттуда их. А ветер будет, а потом собирай, и до обеда работать не будешь, только бумажки собирать. Ну, а потом я приду в обед, если хоть одной бумажки не будет, за каждую горячей крапивой тебе попадет. А двое ребятишек за ней наблюдают, играют. И вот она уже устала, до самого обеда соберет их, они летят, а то в крапиву, она туда лезет, берет, опять соберет, лезет, и опять бросает. Больше ни одной бумажки она не бросала. Она бросалась. А как вы так придумали? Ну, это мой талант. Да, это талант. Я знаю абсолютно адекватное. Она об этом должна увидеть самое себя, что это нехорошая у меня привычка была. Дети должны улучшаться. Вот были бы все такие, как Юра Бодю. Вот можно было бы работать. Это сын сектантом был. Бодю. Родители высокие такие, стройные. Симпатичные. Оба одинаковые. На кого сказать, даже я не знаю. Как Витя Плеханов, примерно, этот... Сашенко. И она примерно вот как Света Клюй. Даже выше, наверное.
их сын, два срока был. Но они почему ко мне отдавали сектанты? Потому что у него, говорит, теща, кандидат технических наук в Рубцовске, православная. И она сказала, ребенок, чтобы был в лагере Лапкина, они привезли. А я, вот, мы-то крестимся, а они-то не крестятся. Он встал, Юра, ты только так можешь молиться? По-своему молись. А вот дальше уже Игорь может рассказать, что он тебе там. А он крестится, я подошел, и я говорю, я смотрю, ты крестишься? Он говорит, да, мне, говорит, нравится. Я говорю, ты смотри, тебя же никто не заставлял. Нет, никто, я смотрю, говорит. Ему сколько лет, 13, наверное? Ему тогда было 9, первый раз. Он рос такой, 10, как тростиночка тоненький. А потом 11 было, ну еще больше мы не знали. Он 3 года приезжал. Ну что интересно, я заметил, он сразу начал задавать вопросы по Библии. Тут же достал, не один. Достал вот он, Гедеоновы, выпуск этот Гедеоновых. И мы с ним побеседовали, я ему рассказал о церкви. Что это новая церковь. Жизнь или как-то? Нет, не новая жизнь. Благословение. Просвещение. Как? Просвещение. А-а-а. Церковь просвещения. Это... Свет пробуждения. Свет пробуждения. Свет пробуждения. Ну, это филиал от киевского, этот Аданте, известный негр. Да, знаю. Его посадили, кстати, сейчас. Да, он там... 50 тысяч у него община была. Ну, налоги там все это... Посадили. И сколько ему дали? 5 лет. Ну, говорят, несправедливо и так далее. Ну, выпустят, откупят. Может. Откупят. Тимошенко, если у меня сомнений никакого нету. Откупят. И билет купят. Не, он куда уедет? У него жена с ним помогает, я видел в Перле. Ну, еще он тебя спрашивал, то православный вас, говорит, как-то летом, говорит, одеваете шубу, а зимой босиком, говорит, ходите. Я говорю, ну где, говорю, это есть? Он, ну где-то, видать, услышал от кого-то. Он, ну я тут вот не вижу, говорит, ну вообще-то, говорит, у вас так же. Он расположен был, вот эта Маша Политыкина, она тоже не какая-то. И они с ней до того удивительно сошлись. А я Лене-то говорю, а что вы Машу зазираете-то? Маша хорошая. А она никакая, батюшка каждый раз, говорит, вот стоит настолько безразличие, она уйдет. Ну так все и было. Да. Юра. И они приехали, когда, Юра, да ты совсем православный стал. И без всякой злобы. Вот. А один раз он, я не знаю, что он, уезжать и кепку потерял. Где-то он кепку потерял. Да всем лагерем искали, да нашли. Спокойно. Вообще никаких задоринок с ним не было. 10 дней он молчал, ходил белый такой. Потом как-то немножко поветрился. А потом слышу, смех какой-то такой, да заразительный такой прям, как колокольчик. Я думаю, кто так смеется? Пошел, а он научился вот на тарзанке качаться. И он, видно, что никогда он ничего подобного не видел. И он так заразительно смеется по-детски. И такой довольный, опять встанет. Дядя Игорь, я вот, глядя, как у меня. Так она, представь, высота такая, а такие гигантские качели. И на ней сюда заложить надо палочку-то, и на веревке пошел. Я говорю, Юра, я что-то тебя не узнаю, ты, говорю, какой-то как другой стал. А мне радостно, я хвалю Бога, что я здесь, все, раз. Надо все-таки, чтобы они были дней 14 без родителей, а потом уже пускай, чтобы немножко отошли они. Чтобы раскололись. Да, чтобы они поняли себя, что им нравится, они не понимали даже, вот. Он все время такой ходил хмурный, а потом все, и он так стал играть со всеми. Ну, у него такие игры своеобразные. Он журнал выпустил, но он говорит, это, говорит, ты православный тоже подписал. Православно-протестантский журнал у него был. И там перерисовывал и писал слова писания. Малину там берем. Я сказал, давайте на молоко наберем. С молоком еще. А ребятишки подошли и говорят, а Кирилл ушел дальше на малине. Ты, говорит, и он ее, говорит, в кружку не берет, а в рот. Я говорю, ладно, потихоньку я пошел, так согнулся за кустами, а ребятишки сзади. И вот он берет ягодку, сорет, святый Боже, вторую ягодку сорет, святый крепкий, святый бессмертный. Я ребятам командую, назад, не ходите сюда. Он молится, какое мы имеем право трогать, и ушли, пусть он молится. Да. А другой был, тоже пошел, послали зачем-то, а он говорит, сел и сидит, ничего не делает. А что же он сидит-то там? Не знаем, сел, уткнулся в землю и сидит. Может, плачет? Нет, не плачет. Я потихоньку подошел сзади. А что ты делаешь?
Да я жучка увидал, он так интересно, то из норки, то в норку. Жучок! Он никогда в городе не видал. Не трожьте, ребята, его, он как раз делает то, что ему надо. Да. Вот так. А теперь он кончил университет, спокойный. Помог мне форум создать. Понял? Вот оно как. Вовремя не тронуть-то. Ребенка надо нащупать, к чему он больше склонен. Посмотреть, приглянуться. Вот у меня был сын, они как дети уже. И вот, а я не могу в кино идти, а кино у батюшки смотрели. Там большая кино, это видеотека. И я не могу идти. А что у тебя болит? Да нога болит. Ребята, палатку военную сразу притащил, ложись на палатку. Да нет, да я ложись за всех концов за палатку. И понесли его, потому что одного оставить нельзя. А мы донесем. Ну, ребятишки несут на палатке здорового парня. Ты представляешь, сколько смеху-то было. Каждый хватает, тащит. И вот это поле донесет. Ну, обождите маленько, мне уже легче стало. Соскочил пешком. То есть к ребенку надо подойти на его уровню. И не просто я вымеряю, а ты сам должен быть таким. 40-й год. И вот нынче мне надо, ну кто бы был, чужого я, конечно, не поставлю, своего. Команда на Благовестие на лето. В лагерь. Не знаю. Игорь и Виктор Савченко. Ну что, еще давай почитаем. Да заканчивать надо. Все уже. Все. Заканчивать не надо. Все. Время, Игнатий. Молимся. Давай. Все, дошли до конца. Ну да, до конца сегодняшнего. Это был такой шестой стих. Нет, на 10 остановились. На 10? Римлян 2:10. Давай, брат, уберем. Три поклона или по полной программе? По полной. А, по полной, давай. Это 7 минут. У нас тут почти... Все одинаково. Боже милостив, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй имя, обещал я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всяких скверны, спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал Твою святую веру в Твое пришествие и страшный суд. За день, когда Ты даровал мне святую Библию и толкование святых отцов. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, за помощь, сохранила от падения и сокрушения, предательства и измены, малодушие и уныние отчаяния. И впредь не оставь Твоим попечением, покроем опором любви Твоей.
Господи Боже наш, слава Тебе, благослови правителей в этой стране, дабы издавали добрые законы, ибо строгое взыскание с них будет. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Добрым ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил душу мою. И в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, не покинь. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди душу навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Благослови патриарха Кирилла, митрополита Илариона, епископа Евтихия Максима. И весь священнический и иноческий чин. И пошли истинных миссионеров христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, благодарю за услышанные молитвы. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным, и каждому дай жилье. Господи, Боже наш, слава Тебе, продли еще мир на земле. Подними этот народ несчастный. Японскому народу дай добрые земли, обрати их, Господи. К еврейскому народу пошли миссионеров, дабы этот многострадальный народ принял Тебя как истинного Мессию, Спасителя. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Благодарю за услышанные молитвы о людях и о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе. Укроти непокоривай жен. Галину, Екатерину, Евгению, Надежду, Светлану, Марию, Раису, Ларису. Дай им послушание, не дай им погибнуть. Избави от пьянства Павла, Иосифа, Михаила, Андрея, Сергея, Василия. Святые пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Лил, Авель, Ной, Иосиф, Патриарх, Ездра, Неемия, Амос, Наум. Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Лотраке, пророк Михей, молите Бога о нас, да дарует Господь Духа пророческого, дабы день Твоего пришествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками, с сосудами, полными елея благодати Духа Твоего Святого. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфея и Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Даруй Господь жажду исследовать Слово Божие, ибо через Него мы надеемся иметь жизнь вечную. Укроти непокоривость священников, мешающих благовестие, и нам приготовь все необходимое для этого. Ты мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Юсин, философ Космая, Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь Церковь свою, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на правую руку или на чело. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонежский, Сефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский и все переводчики Священного Писания Филарет, Александр Невский, вступи за землю русскую. Услыши молитвы наши. Сохрани нас в святой православной вере. От заблуждения ереси и секты избави нас, Господи Боже наш, и страну нашу, дабы истина Твоя воссияла. Святые жены и девы, Феохла Первомученица, Фатина Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июния, Киприана, Устина, молите Бога о нас. Услыши нашу молитву, Господи, благослови путешествующих и Марину возврати. Будь милостив к нам, пошли нам все необходимое для благовестия, Господи, сердца людей приготовь к слышанию Слова Твоего и посей нас сам возрасти. Прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати.
Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. А всех желающих творить нам благо просим, услыши молитву. И о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Томящихся в узах за слово Твое Константина, Александра, Людмилу и неведомых страдальцев, посети, освободи. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушай, раб Твой. Аминь. Мы сегодня причастники с братом Владимиром. Так что... Помоги, Господи, спаси Христа. Считается ближе к Богу этот день. Давай.